Карлыкун, Курмите, Рептистер, Жанья, Тереска, Катышулар, Укиметтик, Сагатты, Бастаймас. Бугунгы Укиметтик, Сагаттын, Такырыбы, Елдин, Ишкин, Арыгын, Отандык, Ендерестин, Аул, Шаурышылык, Анимдеремен, Макылтырру, Бойынша, Кабылданып, Жаткан, Шаралар, Туралы. Коллеги, давайте успокоимся. Мемлекеттик курылыс аясындагы басты мендеттердин бири азыктулы каупсиздигинин камтамасыз ету болып табылады. По данным аналитического подразделения британского журнала «Экономист», в рейтинге 113 стран мира по уровню продовольственной безопасности Казахстан занимал в 2017 году 57 место. Россия – 42, Белоруссия – 44. Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет правовая основа аграрной и торговых политик. В Казахстане принят ряд законов, касающихся сельского хозяйства, торговой деятельности, разрабатывается реализация программы развития и поддержки агропромышленного комплекса. Министерством торговли и интеграции презентована концепция государственной программы развития торговой политики на 2021-2025 годы. Первый президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Абич Назарбаев поставил перед правительством стратегическую задачу обеспечить повышение доходов и качества жизни. Вместе с тем казахстанцы меньше национальных норм питания едят яйца на 20%, молочных продуктов, фруктов, рыбы и некоторых других. В этой связи вопрос стабилизации цен путем насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами играет стратегическую роль. Поскольку необоснованный рост цен практически снижает не только продуктовую покупательную способность наших граждан, но и их уровень жизни в целом. Нельзя, подчеркиваю, нельзя допустить, чтобы серьезное повышение зарплат, социальных пособий для большей части граждан, произошедшее в 2019 и с начала 2020 года, а это в общей сумме 5,3 триллиона тенге в кошельке граждан, было вымыто из доходов за счет роста цен на продовольственные товары. На расширенном заседании правительства и во время встреч с министром торговли и интеграции Султановым глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил принять системные меры по недопущению необоснованного роста цен и упорядочению торговли. Большой пласт вопросов увеличения производства сельскохозяйственной продукции был рассмотрен нашими коллегами в Сенате недавно. Вместе с тем, актуальность сегодняшней повестки диктуется прежде всего тем, что в потребительской корзине затраты наших граждан на продукты составляют 50% от ее стоимости. Внутренний рынок продовольственных товаров характеризуется высокой долей на нем импорта по 11 видам продуктов. Приведу некоторые цифры. Рыба свежая 73%, сырые творог 49%, колбаса 38%, маргарин 66%. Сухофрукты практически 100%, мясо кур 45%, виноград 51%, консервированные овощи 85% – это импортные товары. По данным НПП «Атамикен», на закуп зарубежной говядины мы в год тратим 81 миллион долларов, на макароны 32 миллиона долларов, помидор закупаем на 39 миллионов долларов, лука на 21 миллион долларов США. Надо критично отнестись и некоторым показателям рынка продуктов. По мнению НИИ экономики и развития сельских территорий МСХ, производство картофеля, овощей, мяса, молока в секторе домашних хозяйств отражается нереально. Немалый вклад в общий рост цен в стране оказали продуктовые позиции, где большая часть составляет импорт. Так, ввозимый сыр подорожал на 47%, масло сливочное на 50,3%, рыба на 42%. Конечно, это заслуги в кавычках посредников и падение стоимости нашей валюты. Премьер-министр Мамин поставил задачу Минсельхозу и Акимам создать условия для всемирного производства социально значимых продуктов питания. Он также предложил увязать дотации с производством продуктов питания и насыщением внутреннего рынка. Вам известно, что
ряд ответственных сотрудников министерств и акиматов областей понесли наказание за рост цен. На заседании правительства было подчеркнуто, что повышение стоимости социально значимых продуктов питания за 2019 год составило 10,4%. Выявлено 67 случаев повышения пороговых значений. Как показывает анализ, рост цен обуславливается двумя причинами. Первое – это рост затрат на производство сельскохозяйственной продукции, растет цена сельхозтехники, электричества, солярки, питьевой и поливной воды, ввозимых из-за границы ветеринарных препаратов, премиксов, удобрений. У нас дорогие и короткие кредиты, да и таких недостаточно. Отсутствует качественная кормовая база, особенно недостает поливных земель и их слабое развитие в центре и на севере республики. А производство сельхозтехники у нас топчется на месте. Отрицательное влияние на сельхозпроизводство оказывает урбанизация. Идет социальное опустынивание сельских территорий. С 2010 по 2018 годы из-за агропромышленного комплекса выбыло 1,2 миллиона человек. Возрастает дефицит специалистов. Сейчас на данный момент не хватает 820 ветеринаров. И мы недавно обсуждали закон о изменении в госслужбе и указывали, что у нас госслужащих уже не хватает на территории 900 человек. Около 900 человек. Нами неоднократно ставился вопрос о перераспределении средств программы «Нурлы-Жер» в интересах села, но кардинальных перемен не произошло. Особый вклад в дело роста инфляции и роста стоимости продуктов вносит торговля. По справке казахского НИИ экономики сельского хозяйства и развития сельских территорий, посредники и субъекты торговой деятельности присваивают 70-75% розничной цены. Министр Султанов привел на заседание правительства пример, когда в Кокшетау от производителя до магазина в отдельных случаях стоимость продуктов вырастала в 3 раза. На фоне доходности сельхозпроизводств в лучшем случае 5-10%, я подчеркиваю, 5-10% – это беспрецедентно несправедливо. Бизнес-сообщество требует мер регулирования торговли на рынках и базарах, где засилье базарных смотрящих исключает доступ к прилавку сельхозтоваропроизводителей, а владельцы рынков необоснованно повышают стоимость своих услуг. Очень много было разговоров о коммунальных рынках. Вы помните, это 2-3 года. Но я сейчас тема из выступлений и информации правительства и акиматов, она как-то рассосалась и исчезла. Я думаю, что здесь свое слово должны сказать прокуратура и органы власти на местах. Не менее важный вопрос – это защита рынка продовольственных товаров от недоброкачественной продукции и контрафактов, ввозимого из-за рубежа. В России, Беларуси, Украине, да и, наверное, у нас за счет применения пальмового масла снижается себестоимость молочных продуктов. В отдельных сырных продуктах, поступающих из-за рубежа, вообще нет молока и масла. И всем известно, что трансжиры – это вредно для организма, и хотел бы сказать, что у нас рост ввоз пальмового масла в Россию достиг уже 1 200 000 тонн, кто у нас за первый квартал прошлого года, за первое полугодие прошлого года везло 6 000 тонн пальмового масла. Понятно, что хотелось бы обратить внимание, что в разрабатываемом законе о техническом регламенте необходимо ввести на пальмовое масло показатели наличия перекислого числа на уровне требований ЕС, потому что пальмовое масло при перегреве – это очень сильный канцероген. Статистика обнаружения нарушений качества продукции Минздравом РК красноречиво показывает, что государство обязано усилить работу по защите рынка и качества товаров. Кадырли Айрат-Пестер. Укеметтык сагатын атырысына министрелик тирдын, Акмала және Алматы областары аким деректин, Атамекен ултык касипкерлер палатасынын, Кербир кагамдык бирлестиктердин, Сандай ак коммерциялы курлысымдардын, Басшылры мен экелдеры шакырылды. Отырысымыз онлайн режимде торт сайта көрсетип жатыр. Сіздердің қаралыңызға келесі отырысты жүргізу тәртібі ұсынылады. Негізгі баяндамашы Сапархан Кесікбайұлы Омаровқа 30-20 минут дейін шақырылған ауыл шаруашылығы бизнес және сауда қызметінің әкелдеріне 7-8
Минутка ДИН хотел бы обратиться, вниматься к приглашенным. Пожалуйста, не вложитесь в это время. Алка Сымша Байндамаши Уши, Байндамаши Серик, Берег Серик Улы Аспановка, он минуту Акыт Береледы. Темендиги же мы с регламенты Усынамын. Это наша очень важная часть моего выступления. Срак Пен Жаупка, Крык без минут, Сёс Сёле Тендерге, Отес минут Береледы. Отересты, Еки Сагат, Отес минутка, минутта, Акта Яуды Усынамын. Как всегда. Хорошо, мы давайте сократим, давайте не так, не на полчаса. Давайте посмотрим по ходу по вопросам, там определимся. Значит, коллеги, мы должны не время ограничивать, а усиливать качество рассматриваемых вопросов. Баяндама Жаса Ушин, коллеги, я понимаю, что все озабочены. Но... Баяндама Жаса Ушин, СОС Казахстан Республика Сынын, Аул Шаурошилыги, министр их, Сапархан Кисикбайулы, Амаровка Береледы. Құрметті Владимир Карпович, құрметті депутаттар мен шақырылған қонақтар. 2019 жылы саланың даму қорытындылары туралы қысқаша баяндауға рұқсат етіңіздер. 2019 жылдың қаңтар желтоқсан айларында ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 10.9%-ға ұлғайып 5.2 триллион теңгені құрады. Бұл ретте мал шаруашылығы өнімін өндіру 4%-ға артып, өсімдік шаруашылығы өнімін өндіру 2019 жылғы қолайсыз ауа райы жағдайларына байланысты 1.7%-ға төмендеді. Ауыл шаруашылығының негізгі капиталына салынған инвестициялар 41.1%-ға артып, 501.6 миллиард теңгені құрады. Агроөнеркәсіптік кешен өнімдерінің экспорты 6.4%-ға ұлғайып, 3.3 миллиард ақш долларын құрады. Егін жинау қорытындылары бойынша 17.4 миллион тонна астық бастырылды. Бұл 2018 жылдың деңгейінен 2.9 миллион тоннаға немесе 14%-ға аз. Бүгінгі күні республика бойынша қолда 10.2 миллион тонна астық, оның ішінде 7.8 тонна бидай бар. Астықты ішкі тұтыну көлемі 1 шілдеге дейін шамамен 5.8 миллион тоннаны, бидай 3.8 миллион тоннаны құрайды. Экспорттық әлеует 3.1 миллион тонна астықты, оның ішінде бидай 2.7 миллион тоннаны құрайды. Өтпелі қалдық шамамен 1.3 миллион тоннаны құрайтын болады. Осылайша елде бар астық көлемі халықты қамтамасыз ету, тұқым мен жемшөп қорын қалыптастыру үшін жеткілікті. Қосымша айта кететін, азық-түлік келісімшарт корпорациясы 604 мың тонна астық көлемінде азаймайтын қор қалыптастырды. Жалпы өсімдік шаруашылығында жүргізіліп жатқан егіс алаңдарын әр тараптандыру саясаты оң нәтиже беруде. 2011 жылмен салыстырғанда майлы дақылдар өндіру көлемі 1.6 есеге ұлғайып 2.9 миллион тоннаны құрады. Көкөніс бақша дақылдарының жалпы жиналымы 33%-ға, картоп 4.7%-ға өсті. 2019 жылы ет өндіру көлемі 5.8%-ға ұлғайып 1.1 миллион тоннаны құрады. Ет өндірісінің ұлғаюы ауыл шаруашылығы жануарлары санының өсуіне байланысты орын алды. Соңғы 5 жылда ірі қара мал басы 23%-ға өсіп 7.4 миллион басты құрады. Ұсақ мал 6.6%-ға артып 19.1 миллион басты, жылқы 45.8%-ға артып 2.8 миллион басты құрады. Саланың құрылымы да өзгеруде. 2014 жылы ұйымдастырылған шаруашылықтардың ірі қара мал басының үлесі 35.1% болса, қазір 44.9%-ды құрайды. Жалпы ет бойынша қамтамасыз ету көлемі 85%-ды құрайды. Бұл ретте қызыл ет бойынша импорт үлесі жалпы тұтыну көлемінің 5%-нан аспайды. Өңдеуге тек мұздатылған ет қана әкелінеді. Құс еті бұған кірмейді. Ол бойынша ішкі тұтынудағы импорт үлесі 44.7%-ді құрайды.
жалпы ФАО сыныптамасы бойынша тұтыным 80%-ға отандық өндіріс есебінен қамтамасыз етілген жағдайда ғана азық-түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Министрлік негізгі азық-түлік тауарларын 29 түрі бойынша тұрақты түрде мониторинг жүргізеді. Бұл тізбені шартты түрде мынадай үш топқа бөлуге болады. Бірінші топ қамтамасыз етілуі 100 және одан да көп пайызды құрайтын азық-түлік тауарлары. Отандық өндірушілердің өндіріс көлемі жеткілікті болғандықтан бұларға басымдық берілмейді. Екінші топ қамтамасыз етілуі 90%-дан және одан асатын пайызды құрайтын өнім түрлері. Бұлар маусымға тәуелді болатын көкөніс өнімдері. Мысалы, қызанақ, қияр, қырыққабат, сәбіз, басты пияз және бұрыш, сиыр еті, шошқа еті және жылқы еті, қышқыл сүт өнімдері, сары май және күнбағыс майы. Көрсетілген өнімдерді жеткілікті көлемде өндіреміз. Сонымен бірге бұл бағыттар бойынша импорт та бар. Үшінші топ қамтамасыз етілуі 80%-дан төмен өнім түрлері. Бұл құс еті, шұжық өнімдері, ірімшік пен сүзбе, балық, алма және қант. Бұл тауарлық позициялар бойынша импорт жыл сайын 587 миллион долларды немесе 220 миллиард теңгені құрайды. Бұлар негізі экзотикалық тауарлар емес. Бұлар өз елімізде өндірілетін және 2024 жылға қарай өз-өзімізді қамтамасыз ету деңгейіне жеткізуге болатын тауарлар. Аталған міндеттер сала алдында қойылды. Сондай-ақ Нұр Отан партиясының сайлау алды тұғырнамасында да көрініс тапты. Министрлік сүт, құс етін, алма мен қант өндіру көлемін ұлғайтуды көздейтін салалық бағдарламалар әзірледі. Мәселен, 2020 жылы заманауи цифрлық технологиялар қолданылатын 25 өнеркәсіптік тауарлық сүт фермасы, 3 ет комбинаты, 8 құс фабрикасы салынады. 2000 гектарға бақ отырғызу жоспарлануда. Жамбыл облысында қант зауытының құрылысы басталып жатыр. Бұл жобалардың барлығы бойынша өткен жылы дайындық жұмыстары жүргізілді. Нақты инвесторлар айқындалып, қазіргі уақытта қаржыландыру мәселесі шешілуде. Енді әрбір тауарлық позиция бойынша толығырақ тоқталып өтуге рұқсат етіңіздер. 3 жыл ішінде ірімшік пен сүзбе өндірісі 16.2%-ға ұлғайып, 29-да 5 мың тоннаны құрады. Қамтамасыз етілуі 54.8%-дан 57%-ға өсті. Бұл ретте елімізде шамамен 5.8 миллион тонна сүт өндірілгенімен сүт зауыттарының жүктелуі қазір шамамен 65%-ды құрайды. Осыған байланысты жыл сайын 25 өнеркәсіптік тауарлық сүт фермасын енгізу арқылы сүт өндірісін қарқынды форматқа ауыстыру ұсынылады. Бұл жыл сайын қосымша 120 мың тоннаға дейін сүт өндіруге және 1250 жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Осы үшін қаржыландырудың жеңілдетілген шарттары пайдаланылатын болады. Бұл шараларды іске асыру есебінен 5 жыл ішінде сүт зауыттарының толық жүктелуін қамтамасыз ету жоспарлануда. Салаға инвестициялар салынуда, жаңа қуаттылықтар іске қосылуда және қолда бар қуаттылықтар кеңейтілуде. Бұл құс еті бағдарламасында Макинс құс фабрикасы пайдалануға берілді. Әулие Ата Феникс құс фабрикасында кеңейту жұмыстары аяқталды. Нәтижесінде өндіріс 3 жыл ішінде 24%-ға ұлғайып, 222-де 9 мың тоннаны құрайды. Тиісінше импорт үлесі 50%-дан 44.6%-ға төмендеді. Құс етімен қамтамасыз ету үшін жалпы қуаты 200 мың тонна болатын құс фабрикалары қосымша пайдалануға енгізілетін болады. Қазір бізде 155 мың тонна құс етіне арналған 12 жобалау мен іске асырылу кезеңінде тұр. Алма өндіру көлемі соңғы 3 жыл ішінде 15%-ға ұлғайды. Отанымызда өндірілген алмалармен қамтамасыз етілу көлемі 63%-ды құрайды. Алма импортын алмастыру үшін 2024 жылға қарай қосымша 12.5 мың гектар алаңда бақ өсірілетін болады. Олар 105 мың тонна алма өндіруге мүмкіндік береді. Қант өнеркәсібін дамыту үшін қолдаудың жүйелі шаралары қабылдануда. Қант қызылшасын өндіру 345 мың тоннадан 486 мың тоннаға дейін ұлғайды. Түсінімділік гектарына 285 центнерден 325 центнерге дейін өсті. Отанда өндірілген қантпен қамтамасыз ету көлемі 7%-дан 14%-ға дейін өсті.
шикізат базасын дамыту жоспарлануда. Бұл ретте қант қызылшасының егіс алаңдарын кеңейтуді, қосымша суармалы жерлерді қалпына келтіру және солтүстік өңірлерде қант саласын дамыту есебінен жүзеге асырылу көзделуде. Жұмыс істеп тұрған зауыттар жаңғыртылып, Жамбыл мен Павлодар облыстарында жалпы қуаты жылына 216 мың тонна қант өндіретін екі жаңа қант зауыты пайдалануға берілетін болады. Шұжық өнімдерін өндіру көлемі 3 жыл ішінде 21% ұлғайды. Елімізде өндірілген шұжық өнімдерімен қамтамасыз етілу көлемі 62% құрайды. 2020 жылы қуаты 45 мың тоннаға ұлғайылатын 3 өңдеуші кәсіпорын іске асырылу сатысында тұр. Бұл қамтамасыз ету көлемін 2025 жылға қарай 70% дейін, 2024 жылға қарай 100% дейін арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа ауланған, салқындатылған және мұздатылған балық өндіру көлемі 3 жыл ішінде 4% ұлғайып, 27-те 4 мың тоннаны құрады. Қамтамасыз етілу көлемі 61% құрап отыр. Қазіргі уақытта балық өсіретін 5 кәсіпорын, сондай-ақ балық өңдеуші кәсіпорындар қуаты 10 мың тоннаға ұлғайтыла отырып, іске асырылу және жаңғыртылу сатысында тұр. Мұнда 44 мың тонна балық өнімі өндірілетін болады. Сонымен қатар көршілес елдердің тәжірибесін ескере отырып, аграрлық азық-түлік нарығын реттеу шараларын сауатты және икемді пайдалану жұмыстары жүріп жатыр. Маусымды баждарды, әкелу баждарын және квоталарды қысқартуды біз белсене пайдалануға, отандық өнімнің өткізілуін қорғауға қолдау көрсетуге тиіспіз. Сондай-ақ біз технологиялық регламенттер талаптарын сақталуы мен бұрмаланған өнімнің анықталуын бақылауды күшейте отырып, тарифтік емес шараларды іске қосуымыз керек. Бұл шын мәнінде тамақ қауіпсіздігі болып табылады. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеуді дамытуға нақты екпін жасау қажет. Бұл тек тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары үшін ғана емес, қарапайым фермерлер мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін де шикізатты өңдеу сатылары мен табыстылықтарды арттырады. Сондай-ақ ауыл тұрғындарының жұмыспен қамтамасыз етеді. Бұл үшін импорт алмастыру мен экспорттық әлеуетті іске асыру шеңберінде 9 басым бағыт бойынша өңдеуші қуаттылықтарға тексеру және бағалау жүргізілді. Аталған өңдеу түрлеріне тән проблема бұл өндіріс қуаттылықтарын толық жүктелмеуі. Бұл проблеманы екі бағытта субсидиялауды ескере отырып, өндірушілерді қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша 6%-ға қолжетімді айналым қаражатымен қамтамасыз ету арқылы, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өндірушілеріне ынталандыратын субсидиялар бойынша шикізатты өңдеуге тапсыру түрінде қарсы міндеттемелер белгілеу арқылы шешетін боламыз. Қосымша қазір жобалық офис арқылы Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы алаңында сатып алудағы жергілікті қамтуды нақты пайызы талқылануда. Мектептер, балабақшалар, ауруханалар, әскер және басқа да мемлекеттік және квази мемлекеттік ұйымдар отандық тамақ өнімдерін және тамақтандыру қызметтерін қазақстандық қамту шартымен сатып алуы тиіс. Сондай-ақ отандық өндірушілерді қолдау және дұрыс тамақтану мен салауатты ұлт қалыптастыру мақсатында мектеп алмасы, мектеп сүті, мектеп балы сияқты бағдарламаларды енгізуді жоспарлап отырмыз. Сонымен қатар салаға 5 жылда 4 триллион теңге инвестиция тарту жоспарлануда. Министрлік пен үкімет тиісті меморандумға қол қойды. Оған сәйкес биылдың өзінде салаға 559 миллиард теңге инвестиция тартылатын болады. Бұл ретте 94 жоба іске асырылады. Трансұлттық компанияларды қоса алғанда ірі инвестициялар тартылатын болады. Бұл елге шетелдік инвестициялар тартып қана қоймай, сонымен біз бірге озық технологияларды әлеуметтік нарықтағы сауда байланыстарын тартуға, қазақстандық мамандардың біліктілігін артуға және 12 мың жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Қойылған міндеттерді сапалы шешу үшін тиімсіз субсидиялардан бас тартып, нәтижеге бағдарланған субсидияларға көшу арқылы қолданыстағы мемлекеттік қолдау шараларын жетілдірулерді жоспарлап отырмыз. Мұнда айта кетерлігі барлық өзгерістер бұдан бұрын қабылдаған агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылатын болады. Атап айтқанда, бұл құжатта әуел баста өсімдік шаруашылығында 2019 жылдан бастап, мал шаруашылығында 2020 жылдан бастап тауарлық спецификалық субсидиялардан арылу көзделген болатын.
мынадай бір мемлекеттік қолдау өлшем шарттары белгіленетін болады. Бірінші, өсімдік шаруашылығында түсінімділіктің артуына көптеген факторлар барсашы жиналып та жеке де әсер етеді. Осыған сүйене отырып, біз тұқым, тыңайтқыш пен өсімдіктерді қорғау құралдары құнының бір бөлігін арзандатуға бағытталған базалық субсидияларды қалдырамыз. Екінші, 2017 жылдан бастап, біз өсімдік шаруашылығындағы тауарлық спецификалық субсидияларды азайта бастадық. Мәселен, алдымен дәнді дақылдар, сосын майлы және көкөніс бақша дақылдарын субсидиялаудан бас тарттық. Үшінші, инвестициялық субсидиялар машина, трактор паркын жаңартуға ынталандырады. Импорт салмастыру мен экспорттық әлеуетті іске асыру мәселелерін қосалғанда агроөнеркәсіптік кешен саласында кәсіпорындарды жаңғыртуға және жаңалауға жаңаларын құруға ықпал ететін болады. Қорыта келе, құрметті депутаттар, импорт алмастыру жөніндегі аталған шаралардың іске асырылуы 2024 жылға қарай ішкі нарықты 80%-дан 100%-ға дейін отандық өнімдермен молықтыруға мүмкіндік беретінін атап өткім келеді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Отырыңызға садиться. Слово представляется для доклада исполнительному директору Объединения юридических лиц «Молочный союз Казахстана» Кожевникову Владимиру Николаевичу. Владимир Николаевич, прошу к трибуне. Добрый день. 8 минут. Уважаемый председатель, члены правительства, депутаты, участники сегодняшнего совещания, во-первых, хотел бы поблагодарить за возможность выступить на этом совещании, где рассматривается очень важная тема для страны – насыщение внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и отечественного производства. Объединение юридических лиц «Молочный союз Казахстана» отмечает, что на сегодняшний день потребность в молоке и кисломолочной продукции, перерабатывающей отрасль, которую я сегодня представляю, обеспечивает более чем на 80%, что соответствует требованиям продовольственной безопасности. В то же время республика остается импортозависимой по продукции глубокой переработки, маслу, сухому молоку, сыру, частично по йогуртам и мороженым. Поэтому в целом Казахстан ежегодно импортирует в пересчете на сырое молоко около 450 тысяч тонн молочной продукции. Главная причина заключается в недостатке сырья молока, особенно в осенне-зимний период, когда коэффициент сезонности, особенно по северным областям, доходит 1 к 10 и вынуждает отдельные молокоперерабатывающие предприятия, заводы в зимний период останавливать свое производство. Кроме того, система хранения, сбора, транспортировки молока от данной категории производителей не позволяет на сегодняшний день обеспечить качество и безопасность этого сырья, соответствующие требованиям технического регламента Таможенного союза. Для решения этой программы или проблемы Казахстану предоставлена вторая по срокам отсрочка до 1 января 2025 года по переходу на новые требования техрегламента. И сегодня для решения этой задачи государством и, в частности, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан как главным бенефициаром решения проблемы как качественного, так и количественного увеличения молока сырья работа по реализации программы развития животноводства, позволяющая к 2025 году увеличить его производство на те самые недостающие для переработки 500 тысяч тонн и дозагрузить качественным и безопасным сырьем мощности перерабатывающих заводов, которые на сегодня используют только на 60%. В этой связи Молочный союз Казахстана озабочен возникшей в 2019 и продолжившейся в текущем году тенденцией реализации части молока сырья из республики в соседнюю Россию, причем лучшего по всем параметрам молока от крупных казахстанских товаропроизводителей. Считаем такую практику не только не отвечающей государственным интересам, но и противоречащей концепции и практическим мерам государства по поддержке отечественного товаропроизводителя. Дело в том, что молоко, произведенное на крупных молочных комплексах, от которых оно идет на российские заводы, субсидируется из республиканского бюджета, и в каждом литре молока находится 35 тенге отечественных субсидий, которые идут на пополнение не казахстанского бюджета. Например, на субсидирование и дешевление производства молока только в трех хозяйствах Павлодарской области, которые сегодня отправляют молоко в Омскую область, это Уштерек Аксуйского района,
Астык и Пахарь Железинского района предусмотрено около 300 миллионов тенге субсидий. Демпингуя ценой, российские трейдеры или закупщики идут на наши лучшие молочные хозяйства и, нисколько не вкладываясь экономически, перекупают самое качественное сырье, в то время как наше государство тратит огромные деньги, субсидируя инвестиционные проекты развития молочного животноводства, благодаря чему такие хозяйства имеют современные высокотехнологичные молочные комплексы. Наши молочные заводы и местные исполнительные органы проводят серьезную работу по созданию кооперативов, молочных заготовительных организаций, чтобы, что называется, по крохам собирать молоко от личных подсобных хозяйств, чем не занимается и никогда не будут заниматься российские молочные заводы. И еще, и президент, и глава правительства на каждом совещании призывают заниматься импортом, но не только не сырья, вернее, а готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, зарабатывать дополнительные деньги в бюджет. Бизнес, конечно, вправе искать себе варианты реализации продукции, которые им более предпочтительны, но направлять субсидируемое государством сырье в другую страну, когда свои перерабатывающие предприятия испытывают дефицит, считаем некорректным. Поэтому предлагаем предусмотреть законодательный механизм, запрещающий субсидирование той части молока, которая идет в виде сырья за пределы республики, и высвободившиеся суммы перераспределить отечественным производителям, обеспечивающим сырьем казахстанские перерабатывающие предприятия. Еще одна проблема, которую хотелось бы сегодня озвучить, это не только контроль за ценами на прилавках магазинов на социально значимые товары, к которым относится молочная продукция, о чем очень хорошо Владимир Карпович говорил в своем выступлении, но и правильное разделение по полкам в торговых точках молочной продукции на содержащие жиры растительного происхождения и продукцию, произведенную без растительных жиров. В техническом регламенте по маркировке четко прописано разделение продукции на молочную и молокосодержащую, и, соответственно, она так и маркируется. Но разделение ее по отдельным полкам позволит покупателю сразу правильно сориентироваться и сделать свой выбор. Потому что анализ, выполненный в северных приграничных областях, в частности Петропавловске, показывает, что большое количество продукции, поступающей из России и из других стран, промаркировано как молокосодержащее, то есть с растительными жирами. Или, к примеру, украинские сырные продукты, это тоже сегодня уже упоминалось, и которые тоже правильно промаркированы на заводе, но потом продаются в перемешке с натуральными сырами, и это совсем другой ценовой сегмент. И недобросовестные продавцы могут и пользуется этим. Поэтому мы считаем, что должно быть четкое разделение продукции на молочное и молокосодержащее, и это должно быть, чтобы можно было отследить, не только читая маркировку, но и визуально на полках магазина. Такая практика существует во многих странах, и мы предлагаем, значит, такую норму приказом министра торговли Республики Казахстан внести в правила внутренней торговли. Спасибо за внимание. Спасибо. Баяндама жасау үшін сөз Сапа Грейн АФ жауапкершілігі шептеулі серіктер тігінің директоры Далел Шариф Улы Жузбаевка береледі. Хочу, уважаемые коллеги, обратить внимание на следующего докладчика. Это молодой человек, окончил в Соединенных Штатах успешно очень учебное заведение. Там работал, но когда возникла необходимость, он вернулся на родину и возглавил сельхозпредприятие в Акмолинской области. Я думаю, что вот такие руководители с таким уровнем образования – это наше будущее сельского хозяйства. Пожалуйста, Далел Шарифович. Далел Шарифулы Жузбаев. Пожалуйста. Не волнуйся. Добрый день, уважаемый Владимир Карпович, уважаемые депутаты, аудитория. Никому не секрет, что развитие агропромышленного комплекса республики, по какому пути оно должно развиваться, что нужно сделать для повышения производства и качества сельскохозяйственной продукции, вызывает множество дебатов среди самих аграриев, Министерстве сельского хозяйства и уже здесь, в парламенте. Мнения по развитию отрасли разные, но схожи в одном. Все понимают, что надо что-то менять. Министерство каждый год меняет правила господдержки АПК в рамках принятых программ агробизнеса, но складывается мнение, что все это направлено на решение сиюминутных проблем, но не на значительное развитие отрасли в целом. Сегодня министерством принимаются одни меры государственной поддержки, через год или два они отменяются.
Из-за такой неустойчивой политики министерство сегодняшней аграрии дезориентирован. Он принимает решения, основываясь на сегодняшней госполитике, но не знает, что будет завтра. Это касается всех, будь это растениеводство или животноводство. Сегодня сектор АПК оброс комплексом проблем, не решив которых, мы не сможем сдвинуться дальше. Говоря о факторах, сдерживающих рост производства сельскохозяйственной продукции, нужно выделить следующие проблемы. Эти проблемы относятся ко всем аграрным направлениям, так как проблемы на селе одинаковые. Субсидирование агропромышленного комплекса. Правила субсидирования отдельных направлений сектора АПК меняются каждый год. Так, к примеру, до сих пор не утверждены правила субсидирования средств защиты растений и семян на текущий год. Или же были утверждены вот буквально на прошлой неделе. Уже середина марта, а мы еще не знаем, как будут субсидировать семена. Субсидирование новой техники до 25% привело к тому, что у нас подорожала сельхозтехника в разы. В итоге конечным бенефициаром этих субсидий являются не сельхозтоваропроизводители, а дилера техники. В итоге намерение и идея хорошая, но аграрий мало что от этого получает. Что касается субсидирования процентной ставки, конечно, благодарны государству за эту программу. Но возможно ли сразу удешевить конечную процентную ставку? У нас и так два бухгалтера на весь район, и у многих возникают проблемы со сбором документов для этих субсидий. Поднимая проблемы, сдерживающие рост и переработку сельхозпродукции, думаю, своевременно будет предложить субсидирование отечественных продуктов из потребительской корзины за одну тонну произведенной продукции. Это будет стимулировать СХТП производить больше, положительно скажется на точности статотчетности и уменьшит обороты в теневой экономике. Следующее. На сегодняшний день надо признать, что многие аграрии сеют товарное зерно, если говорить про зерновую отрасль, или некондиционные семена в других отраслях растениеводства. У многих нет возможности ставить отдельный склад под семена, строить и закупать дорогостоящие очистительные машины. Отбиваем сор, чем и как можем, сеем на ура. Здоровое семя – доброе племя. Как можно говорить о росте производства, если у нас нет нормального механизма обновления семян? Необходимо разработать механизм обновления семенного фонда через семхозяйство путем обмена товарного зерна на кондиционные семена без дополнительной нагрузки на производителя. То есть дают товарное зерно по одной цене, по той же цене получаю элитные семена или семена первой репродукции, как это принято в западных странах. Необходимо поднимать образ и статус сельхозработника. Выпускаем армию агрономов, механизаторов, но никто не поедет из города в село работать за 100-150 тысяч тенге без нормальных условий труда, проживания и других объектов социальной значимости. Это нужно признать. Получается, что проблема не в обеспечении кадров, а в условиях труда. Необходимо рассмотреть возможность субсидирования строительства жилья для работников агропредприятий. Мы готовы строить, если государство поможет. Мы часто слышим выражение «зона рискованного земледелия». Большая часть Казахстана находится в этой зоне. Засуха, неурожайный год, ранняя осень, весенние заморозки, град в июле, нашествие вредителей – это природные катаклизмы, от которых аграрии не застрахованы. Также есть рыночные и экономические аномалии или экономический кризис, от которого наш аграрный сектор также не застрахован. Чтобы минимизировать ущерб от таких природных и рыночных аномалий и защитить сельхозтоваропроизводителя от банкротства, необходима сильная программа страхования. К примеру, в Канаде есть программа AgriStable. По сути, это страхование прибыли сельхозпредприятий. Программой гарантируется получение аграрием прибыли в размере не менее 70% средней маржи за 5 последних лет. Если прибыль меньше, фермеру выплачивается компенсация. Например, если фермер получил доход 40 тысяч долларов, а его среднегодовая прибыль составляет 100 тысяч долларов, он получит доплату в размере не менее 30 тысяч долларов. Что касается непосредственной поддержки американских сельхозпроизводителей, больше всего средств тратится на страхование урожая и минимизацию сельскохозяйственных рисков. По программе ARC – Agriculture Risk Coverage – покрытие сельскохозяйственных рисков – аграрии получают субсидии, если их доход с одного акра падает ниже гарантированного уровня. По программе PLC – Price Loss Coverage – покрытие ценовых убытков, субсидии предоставляются, если средние цены на пшеницу, сою, кукурузу и другие агрокультуры падают ниже базовых. Почему бы и нам не взять этот опыт и не применить у себя? Для четкого понимания ситуации в аграрном секторе нужно перевести состояние нашей статотчетности из желаемой в реальную.
Никому не секрет, что акимы завышают статистику урожайности, так как это напрямую влияет на их рейтинг. Как акимат может повлиять на урожайность, если в июле нет дождя, а температура воздуха выше 30 градусов, как это было в прошлом году? Это не вина акимов, а неправильная оценка показателей эффективности местного управления. Если мы не будем знать настоящее положение дел, то что можно говорить о курсе развития? Проблема обеспечения ГСМ. Но об этом только ленивый не высказывался. Как посевная или уборка, так цена на горючее взлетает. Если честно, уже и не хочется об этом говорить. Также не решен вопрос о выделении льготной солярки на летние и зимние работы. Пары пахать надо, химобработку проводить надо, снег держать надо. Это все не менее важно, как и уборка или посевная, но никто не думает о выделении льготной солярки. На самом деле 7-минутного регламента или 8-минутного регламента мало для выступления, чтобы рассказать обо всех проблемах, с которыми сталкивается сегодняшний аграрий. Это проблемы изъятия залежных земель, 80% износ сельхозмашин, проблемы инфраструктуры в селах, проблемы, связанные с привлечением молодежи по программе с дипломом в село, которая призвана привлечь молодых специалистов в село, но по факту этой программой зачастую пользуются сами сельчане, у которых есть дипломы. Они берут прописку в городе, а затем по программе с дипломом в село выкупают дом родителей, по факту свой же дом, по очень выгодной ставке 0,01% на 15 лет. Программа занятости «Имбек» – очень хорошая программа. Когда новоиспеченный предприниматель с сертификатом «Бизнес-Бастау» получает льготный кредит до 5 лет по 6%. Но на селе мы часто видим, когда люди злоупотребляют этими программами, приобретая свой же скот у своего брата-свата на кредитные средства. То есть все по закону, целевое назначение закрыто, но по факту деньги идут на другие нужды. Нельзя говорить, что все так плохо и что программы МСХ не работают, но есть проблемы, на которые мы закрываем глаза. Я благодарю за возможность выступить здесь, в мажилисе парламента, перед вами, уважаемые депутаты. Спасибо, что на высоком уровне поднимаете вопросы аграриев. В заключение хочу сказать, чтобы мы не поднимали вопрос о продовольственной безопасности нашей страны, думаю, нужно поставить аграрную отрасль во главе нашей экономики. Да, мы еще не готовы отказаться от нефтяной зависимости или статуса сырьевого государства. Но с нашим природным потенциалом мы должны хотя бы стремиться к статусу аграрной экономики. Настала пора признать, для того, чтобы вытащить аграрный сектор на новый, более качественный уровень, необходимо признать его значимость как основного драйвера экономики, реально оценить текущее положение аграрного сектора и принять для этого соответствующие государственные программы. Без тотальной переоценки отношения к аграрной отрасли ждать улучшения роста производства отечественных продуктов и улучшения отрасли в целом не приходится. Еще, возможно, когда мы перестанем возмущаться, что 2,5 часа правчаса – это много для обсуждения проблем продовольственной безопасности нашей страны, возможно, тогда и будут сдвиги. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Уважаемые коллеги, я хотел бы сказать, что Далел Шарифович возглавляет хозяйство в Кульгаджинском районе. Вы понимаете, это… Коллеги, давайте спокойнее. Слово представляется для доклада директору коммерческого департамента ТО «Торговый дом Global City KZ» Мунасипову Наилю Эльдусовичу. Пожалуйста, хочу обратить внимание, это фирма, которая строит один из суперсовременных торгово-логистических центров. Почему не по регламенту неправильно? Я хочу сказать, что для того, чтобы мы начали обсуждать и задавать вопросы, хотелось бы выслушать реально наших производителей. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые депутаты, спасибо за возможность выступить на данном правчасти. То есть руководством республики широко обсуждается возможность снижения стоимости продуктов питания. Как не раз отмечалось в правительстве, решением данной задачи может стать создание сети оптово-распределительных центров во всех областных центрах страны. В настоящее время в Караганде подходит к завершению реализация первого пилотного для Казахстана проекта по строительству оптово-распределительного центра Global City. Немного о нашем проекте. ОРЦ Global City занимает площадь 60 гектаров, расположен в географическом центре города Караганды. Складская торговая деятельность комплекса ориентирована преимущественно на сельскохозяйственную продукцию.
Аналогов в Казахстане пока нет, и при проектировании УРЦ мы ориентировались на мировой опыт. Общую инфраструктуру проекта, составляющую единый комплекс Global City, условно можно разделить на три части, включающие в себя взаимодополняющие объекты складской, торговой и деловой инфраструктуры. По нашим объектам. Складская транспортная инфраструктура включает в себя складской комплекс класса Б, класса Б общей площадью 13 тысяч квадратных метров, два кросс-дока на 164 грузовых автомашины, контейнерную площадку на 124 контейнера с подведением электропитания для хранения рефрижераторов и козловым краном, железнодорожный тупик, зону таможенного оформления, построенную нами за собственные средства, овощехранилище с мощностью хранения свыше 3 тысяч тонн. Торговая часть комплекса состоит из торгового комплекса с площадью 42 тысячи квадратных метров, отдельно стоящих торговых павильонов, крытого всесезонного рынка и площадей для проведения сельскохозяйственных ярмарок. Деловая часть комплекса – это следующий наш этап, то есть наш этап инвестиций. Мы планируем построить бизнес-центр и гостиницу на этой же территории. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием и техникой для эффективного ведения бизнеса. Также для удобства горожан за счет собственных средств до конца 2020 года нами будет построена автостанция. На данном этапе в строительство комплекса вложено более 20 миллиардов тенге, из которых 7 миллиардов заемных. Бюджетные средства на строительство объектов не привлекались. Нам была оказана государственная поддержка по программе «Дорожная карта бизнеса». За счет бюджета нам была подведена автомобильная дорога. Нами был получен кредит по субсидированной ставке, а также часть земельных участков нам была представлена в виде государственных натуральных грантов в рамках заключенных инвестконтрактов. Хочу обратить ваше внимание, что опыт, полученный в ходе строительства ОРЦ Global City, может быть востребован для дальнейшего реализации подобных проектов в Казахстане. Строительство ОРЦ способно оказать положительное воздействие на динамику и качество экономического развития государства. Поэтому проект имеет приоритетное направление инвестирования. В последнее время развитие ОРЦ уделяет большое внимание. Программа развития ОРЦ, как один из драйверов развития экономики, имеющих существенный социальный эффект, неоднократно озвучивались президентом, премьер-министром и министром торговли и интеграции Республики Казахстан. В то же время в правовом поле еще не произошло отражение посылов руководителей государства и правительства, а именно включение вида деятельности ОРЦ в государственную программу поддержки инвестиций. В настоящее время вид деятельности ОРЦ может претендовать на получение государственных преференций при заключении инвестконтракта с государством в рамках предпринимательского кодекса РК только в контексте вида деятельности складское хозяйство и вспомогательная транспортная логистика, что позволяет претендовать на ограниченный перечень преференций в рамках инвестпроекта и только по складам. ОРЦ не имеет отдельного ОКЭДа, поэтому при определении понятия ОРЦ допустимо руководствоваться приказом министра национальной экономики Республики Казахстан за номером 264 об утверждении правил внутренней торговли. Согласно пункту 25 данного приказа раскрыто понятие оптово-распределительный центр, многофункциональный инфраструктурно-торгово-логистический комплекс, состоящий из складских сооружений, торговых павильонов и других помещений со специальным оборудованием, предназначенных для выполнения закупочных, подготовительных, распределительных и иных операций с продовольственными товарами и их последующей оптовой реализации на внутреннем и внешних рынках. Учитывая высокую значимость строительства и развития ОРЦ для экономики, а также социальный эффект от ОРЦ и его деятельности, мы имеем основания полагать, что вид деятельности ОРЦ должен быть включен в перечень инвестиционных приоритетных проектов, что требует принятия соответствующего решения правительства Республики Казахстан. После этого проекты строительства и эксплуатации ОРЦ смогут претендовать на получение расширенного перечня преференций, что поспособствует ускорению решения вопросов реализации программы строительства ОРЦ на территории Республики Казахстан. Принимая во внимание вышеизложенное, просим рассмотреть возможность включения вида деятельности ОРЦ в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов и путем внесения дополнений в постановление Республики Казахстан за номером 13 о некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что в рекомендации надо будет эти вопросы вложить для того, чтобы наше правительство соответствующим образом отметило. Я хотел бы сказать, уважаемые коллеги, у нас по регламенту есть статья 96.2, где говорится о правительственной части депутата. Она всего одна, значит, для не более 10 минут для вопросов и ответов не более полутора часов. Для обсуждения не более полутора часов. То есть здесь достаточно широкие полномочия и не определен порядок в то, какой степени выступает. Так что прошу, пожалуйста, руководствоваться регламентом. Слово представляется для доклада представляется директору ТО Найдеровского Лущак Павлу Васильевичу. Хотел бы сказать, что это предприятие находится в Осакаровском районе. Оно традиционно дает
очень высокие результаты, несмотря ни на погодные условия, ни на сложности уборки и посевной. Пожалуйста, Павел Васильевич, зная умение ваших докладов, 8 минут, не более. Уважаемый Владимир Карлович, Карпович, участники слушаний, вот, я выступлю как от нашего хозяйства с теми вопросами, с которыми мы сталкиваемся. Вот, один из вопросов, это касается производства органической продукции. Вот, органическая продукция – это новое направление для Казахстана. Вот, хочу заметить, что Казахстан на сегодняшний день занимает 29-е место по площади производимой органической продукции. Вот, в этой связи нам есть куда двигаться. Тормозит один факт – это меры государственной поддержки. Конечно, всех раздражает субсидии, поддержка. Но дело в том, что в органическом производстве вообще отсутствуют все меры господдержки. То есть если при традиционном земледелии это субсидируются минеральные удобрения до 50%, гербициды до 50%, то в органическом земледелии этого просто нету и получается нету мер поддержки. Но есть дорогой транспорт к рынкам потребления, это в основном Европа. Вот, поэтому, Владимир Карпович, если можно, вот, надо обратить внимание на то, чтобы разработать все-таки меры поддержки в кратчайшее время, потому что внутреннего потребления еще нет у нас в Казахстане, культуры потребления, но это направление, оно перспективно. Вот, на сегодняшний день оно субсидируется нами самими, потому что ну, за счет основных видов деятельности. Вот. Второй, хотел бы поднять вопрос, это по производству картофеля в Казахстане. Это вот как раз тут хорошо видны эффективность субсидий, которые были выделены в начале 2000-х годов. Напомню, что в 2000 году по картофелю Казахстан закрывал себя собственного производства где-то до Нового года только. Вот за 15 лет, где-то к 2015 году, мы дошли до того, что мы закрываем сейчас картофельные потребности наши на 90-95%. Вот. На сегодняшний день идет уже перепроизводство картофеля. И в чем наше опасение? Сейчас активно развивается орошение. Возможно, появятся новые производители картофеля. Вот. А на сегодняшний день уже есть проблема сбыта излишков порядка 300 тысяч тонн. Это объем небольшой. Основные потребители наши – это Узбекистан и часть России приграничная, это за Уралия и Сибирь. Вот. С Узбекистаном надо просто как-то договариваться нам, потому что это министерский уровень, может быть, вице-премьера даже. Вот, потому что фермеры там 100-200 гектаров, они такие переговоры провести не могут, но умеют хорошо выращивать. То есть их задача пахать, сеять, убирать. Значит, узбеки, они, в отличие от нас, они могут нам делать преграды. Там они нам и по муке, и по зерну преграды делают. Вот, но мы им ответить не можем, потому что мы в составе таможенного союза, то есть мы ответить также не можем, потому что они везут через нас порядка 70% продукции своей, мы им никакие заградительные меры делать не можем. Вот. То, что касается картофеля производства, нужно навести порядок все-таки со статистикой. Вот коллега говорил, что есть проблемы и по зерну, и по масличным. Для картофеля это очень важно, потому что есть внутренний рынок и есть рынок экспорта. Вот сейчас по статистике у нас порядка вот, с 2015 года по 2019 год у нас производство картофеля порядка от 3,5 миллионов тонн до 4 миллионов тонн. Это цифры крайне завышенные. Вот, по оценке Союза картофелеводов Казахстана производство картофеля где-то колеблется в районе 2,2-2,5 миллиона тонн. То есть вот 1,5 миллиона тонн у нас их как бы нету. Почему важна статистика? Потому что она путает как и бизнес, так и производителей, которые производят этот картофель.
Вот, решение перепроизводства картофеля только две есть. Это либо экспорт, либо внутренняя переработка. У нас, к сожалению, за 5 лет не появилось ни крахмального завода, ни завода фри, ни чипсов. Вот, ну, хотелось бы еще коснуться. Вот то, что касается цифры 2,5 миллионов тонн произведенного картофеля, это достаточно точная цифра, потому что производство картофеля делится на три части, чтобы было понимание. Это значит промышленные предприятия, которые в производственных объемах производят их всего 143 по Казахстану, мы их знаем поименно. Вот. Вторая, и это производители свыше 50 гектаров. Вот. Есть производители от 1 гектара до 50 гектаров. Вот это мелкие производители. И есть так называемый, это частный сектор и жители сельхозрайонов. Это вот, ну, то, что они производят, это и есть, они это потребляют и кормят сами себя. Вот. Хотелось бы коснуться также мер поддержки, вот, которые оказываются для нас. Это финансирование. Вот, финансирование есть, о нем много говорят, но оно крайне недоступно. Один из препонов таких преград – это все-таки является низкая оценка залогов. Не потому, что у нас и залогов нет, они просто низко оцениваются. Я вам приведу один пример. Мы в 2017 году сдали дорогостоящие объекты, это картофель и хранилище, в эксплуатацию. Вот, сметная стоимость была порядка 540 миллионов тенге, построили в результате немножко дороже. Буквально сразу оценили, оценка значит порядка 150 миллионов, применяется коэффициент 0,3, это 30%. Залоговая стоимость объекта, стоимость которого 540 миллионов, это 45 миллионов, это в 12 раз меньше, понимаете? То есть вот при таком подходе, я говорю, обесцениваются все наши инвестиции в сельское хозяйство. Затроили офис мы, 1500 квадратных метров, современный, все, всем, ну, отличный. Оценочная стоимость 10 миллионов 800 тысяч тенге. То есть так мы ни на какой проект не можем дотянуть финансирование и так далее. Сейчас вот это по программе простых вещей деньги на переработку идут через банки второго уровня. Банки второго уровня разговаривают только жестко. Дай залоги, желательно городские, вот, и мы тебе, значит, профинансируем. Вот это вот самый главный препон, наверное, в реализации проектов. Хочу обратить внимание, что деньги – это, конечно, механизм, вот, но проекты реализуют люди, то есть надо смотреть, придумывать какие-то механизмы, разрабатывать их и запускать в действие. У нас вот есть хороший проект, это по переработке, значит, круп и производству хлопьев. Проект достаточно дорогой, то есть все, сейчас 3 минуты еще или 2. Вот, проект дорогой, но… Цена оборудования 7 миллионов евро. Постройка завода еще 2 миллиона. Спасибо. 8 Но минут. Надо понимать, из чего меня пригласили как сельхозтоваропроизводителя. Надо понимать, какие проблемы и то, что это не решается, понимаете? То есть мы же говорим вот о переработке 5 лет, но это не может сделать фермер или кто-то. То есть это кто-то должен инициировать. Хорошо. Спасибо. Касымша Баяндамазов Шаушин. Сейчас представляется слово председателю. Пожалуйста, по процедуре. Аксикбаева, включите микрофон. Сельского хозяйства. И мы должны обсуждать его отчет, его доклад. Если мы хотим заслушать всех сельхозтоваропроизводителей, давайте мы отдельно устроим парламентские слушания и вызовем всех 500 тысяч крестьянских хозяйств, которые у нас в республике есть, и будем их слушать. Сейчас нам надо обсудить те вопросы, которые нам поставил министр сельского хозяйства и вот по повестке дня. И каждый будет с руками в кармане стоять, нам учить, какие проекты там они двигают.
Для нас это все не интересно, я думаю, что. Детали это нам не интересно. Нам надо немножко глубже и глобальнее смотреть. Давайте мы пойдем по той проторенной дороге, где мы заслушиваем отчет министра, отчет председателя комитета, и будем обсуждать и вопрос задавать. Это их всех мы сейчас созовем. А по какому принципу мы их созвали сюда? Кто их выбрал? А есть другие, у которых есть глубокие вопросы. Я сейчас не понимаю, по какому принципу их вызываем мы на трибуну. Стоять с руками в кармане, там какие-то проекты нам двигают. Это может что-то он лоббирует нам. Это неправильно. Я считаю, что мы должны идти по процедуре, которая у нас установлена из веков в Мажилисе. И не надо это нарушать. У нас нет процедуры, утвержденной регламентом. Я вам зачитал. Ну зачем такие? Я еще раз говорю, у нас нет процедуры, определенной регламентом, а мы должны руководствоваться регламентом. Спасибо. Слово предоставляется председателю комитета Берик Серикович Улы-Оспанову. Пожалуйста, Берик Серикович. Прошу. Рахмет. Құрметті үкімет сағатқа қатысушылар, әріптестер. Қазіргі уақытта Қазақстанның басты проблемаларының бірі кез келген мемлекеттің тыныс-тіршілігін қамтамасыз етудегі негізгі құрамдас бөлігі болып табылатын халықты экономикалық қолжетімді сапалы тамақ өнімдерімен қамтамасыз етудегі болып табылады. Ішкі өндіріс есебінен халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету елдің саяси тәуелсіздігін және оның экономикалық тұрақтылығын айқындайды. Сондықтан қоғамның экономикалық, саяси немесе ұлттық қауіпсіздігі туралы азық-түлік қауіпсіздігінен айырып айтуға болмайды. Айтылған ескере отырып, елбасы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бірнеше рет тиісті тапсырмалар берілген болатын. Бұған дейін ауыл шаруашылығында еңбек өнімділігін және қайта өнделген өнім экспортын 2,5 есеге арттыру тапсырылған болатын. Ауыл шаруашылығы өнімдері көлемін өсуін және шикізатты қайта өндеудегі қамтамасыз ету және жер су ресурстарын пайдалану субсидиялар беру мәселелеріне басым назар аудару қажет. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасының бір тармағы ішкі нарық отандық өндірістің азық түлік өнімдерімен қамтамасыз ету үшін жағдай жасау болып белгіленген. Сонымен бірге азық түлік өнімдерінің 6 тобы бойынша біз азық түлік қауіпсіздік деңгейіне жете алмай және импортқа тәуелді болып отырмыз. Нәтижесінде мұның бәрі біздің азаматтарымыздың қалтасына ауыртпалық түсіруде. Бұл ретте елдің ішкі нарығын отандық өндіріс тауарларымен толықтыруға жөніндегі үкімет ұсынатын шараларды қарастыра отырып, біз уәкілетті органдардың оптимизмімен келіспейміз және белгіленген мерзімде және көрсетілген көлемде берілген көрсеткіштерге қол жеткізу мындай негіздер бойынша қиын болады деп есептейміз. Бірінші, бізде агроөнеркәсіп саласын дамытудың нақты стратегиясы қалыптаспаған. Бұған мемлекеттік саясат іске асырудағы сабақтастықтың болмауы, мемлекеттік қолдау көрсету бойынша тәсілдемелердің айқын еместігі дәлел болып табылады. Әрине, белгісіздік жағдайында агробизнесті дамыту қиын. Сондықтан саланың дамытуға сенімді көзқарас қажет. Оны тек саладағы істердің жай күйіне, елдегі өндіріс пен тұтыну болжамына терең талдау жасай отыра ғана әзірлеуге болады. Біз ішкі тұтыну үшін қанша және қандай мөлшерде қажет және экспорт үшін қандай өнімдер өндіре алатынымызды білуіміз керек. Бұл ретте бастапқы статистикалық деректер жинау және өндеу жүйесін қайта қараған жөн. Өткені қолданыстағы деректер нақты көріністі көрсетпейді. Мұндай кешенді диагностика жүргізілгеннен кейін ғана нарықты нақты есептеуден кейін саланы дамытудың жаңа стратегиясының негізгі параметрлерін анықтауға болады. Бұл жерде бүкіл үкіметтің оның ішінде жергілікті атқарушы органдарының үлесімді жұмысы қажет. Өйткені бұл ел бойынша тиімді тауар өткізу жүйесін құрамай, азық түлік тауарларын жеткілікті мөлшерде өндіруші еш нәтиже бермейді. Екінші, несиелер мен субсидияларға қолжетімділігін төмен дәрежесі. Ұлттық банктің деректеріне сәйкес несиелердің жалпы сомасын ағымдағы жылы бірінші қаңтардағы жағдай бойынша ауыл шаруашылығында тек қана 1,8% келеді. Яғни саладағы екінші деңгейдегі банк тарапынан қаржыландырудың біртендеп азаю жүріп жатыр. Бұл ретте банктік несие беру тікелей мемлекеттік қаржыландырумен белсенді түрде ауыстырылады және ол бюджет қаражат есебінен қорландырылады. Агроөнеркәсіп тиімді қаржыландыру үшін проблемалық қарыз алушылармен өзара іс-қимыл тәжірибесін ескере отырып несие беру өлшемдерін қайта қарау, сондай ақ жаңа қаржы құралдарын енгізу қажет. Құрылымдық тәуекелдерді төмендету үшін агросақтандыру құралдарын дамыту маңызды болып табылады.
көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге бөлінетін бюджеттік несиелердің мөлшерін қайта қарау қажет. Өйткені ол ұзақ уақыт бойы өзгертілмеген. Несиелерді кепілдікпен қамтамасыз ету мен жинақталған проблемаларды ескере отырып, проблемалық активтерді әсіресе ауылшаруашылық жерлердің экономикалық айналымға қайтарудың нақты тетіктерін пысықтау қажет. Ұсынылып отырған шаралар қаржы ұйымдарының саласын несиелендіруге тартуға мүмкіндік береді. Мемлекеттік қолдауға келетін болсақ, ауыл шаруашылығы министрлігінің деректері бойынша соңғы 9 жылда саланы субсидиялау көлемі 4-6 есе артып отыр. Жыл сайын 270 миллиард теңгенің көлемінде ақша бөлінеді. Алайда ауыл шаруашылығы өндірісінің көрсеткішінің айтарлықты өсуі байқалып отқан жоқ. Оның үстінде бұл қаражат жеткіліксіз және фермерлердің көпшілігі қолдаусыз қалуда. Мысалы, мал шаруашылығында мемлекеттік қолдау көрсету кезінде қалдық қағидат бойынша басқа да шаруашылықтар қаралады. Құс шаруашылығы, балық шаруашылығы және де басқалар. Екінші жағына, агробизнес өкілдерінің тек бюджет субсидияларға ғана бағытталу әдеті қалыптасқан және бұл мүлдем нарықтық тәсіл емес. Осыған байланысты келесі ұсыныстар назар аударуға тұрарлық деп есептейміз. Тек қана негізгі субсидияларды қалдыру және жеңілдетілген несиелер беруге көшу қажет. Және аталған қаражат қайтарылатын болғандықтан бұл шаруалардың кең ауқымын қолдаумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұдан басқа бүгінгі күнге дейін ауыл шаруашылық өнімдерін ауқымды үлесін өндіретін орта және ұсақ шаруашылықтарды қолдау тетігі пысықталмаған. Өйткені бұл бүкіл әлемде шағын отбасылық фермалар агробизнесінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ауыл шаруашылық кооперациясының дамыту арқылы жеке аулаларды экономикалық айналымға тарту әрекеті көбінесе сәтсіз болуда. Осыған байланысты кооперативтер құру жөніндегі шаралардың тиімділігіне талдау жүргізу және оларды қолдау жөніндегі қосымша шаралар қабылдау қажет. Бұл ретте тік интеграциялардан кооперацияны дамыту үшін алғаш шарт болатын көлденең кооперацияны дамытуға баса назар аудару қажет. Қайта өңдеу өнеркәсібінің дамытуға бағытталған қолдау шараларына ерекше назар аудару қажет. Бірінші кезекте фермерлерді өз өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындарға өткізу оңтайландыру, сондай ақ энергия тасығыштарға жұмсалатын шығындардың құнын субсидиялау және ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізу мүмкіндігін қарастыру қажет. Ішкі нарықты азық-түлікпен толықтыру субсидиялар алу кезінде басымдық болу тиіс. Осыған ұқсас агроөнеркәсіп субъектілерінің қарсы міндеттемелерін тізбесін оларға әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын бөлшек саудада бағаларының шекті мәнінен аспайтын деңгейге өткізу жөніндегі талаптары енгізу жолымен кеңейту ұсынылады. Жыл сайын құс етін өндіру көлемінің тұрақты өсуімен байланысты шетелден құс етін әкелуге квотаны қысқарту қажеттілігі туралы мәселе көтерілуде. Сонымен қатар бұл квота 5 жыл бойы өзгеріссіз қалуда. Уәкілетті органның дүниежүзі сауда ұйымының шеңберінде квотаны сақтау міндетті болып табылатыны туралы дәлелдемесі сенімді емес. Сыртқы жағдайларға сілтеме жасай бермей, отандық өндірушілерді қорғау жөнінде пәрменді шаралар қабылдау қажет. Жалпы агроөнеркәсіпте субсидиялардың тиімділігін арттыру мәселесі саланы дамыту бойынша жалпы мемлекеттік міндеттерді ескере отырып, белгілі бір мүдделіксіз шешуі тиіс. Үшінші, қайта өңдеу тамақ өнеркәсібі мәселелері. Бүгінгі күні Қазақстанда өндірілген өнім 80%-ға жуығы шикізат түрінде өңдеусіз сатылады. Ал дайын өнімдердің бәсекеге әлсіз қабілеттілігі негізінен қайта өңдеу кәсіпорындарының технологиялық артта қалу салдарынан болып келеді. Тиісінше елден экспорт негізінен шикізат тауарлары, ал импорт негізінде дайын тамақ өнімдері құрайды. Проблемалар тағы да сол баяғы. Жаңартуға арналған айналым қаражатын жетіспеушілігі, шикізатын жетіспеуі салдарынан кәсіпорындардың жүктелмеуі, оның өнімі кепілді өткізуі болмауы. Осы бағытта мемлекет не жасап жатыр? Өндеуші кәсіпорындардың шикізат сатып алу шығындары субсидияланады, дайында ұйымдарына қосылған құн салығына салық сомасы субсидияланады, инвест субсидиялар беріледі, кредиттер бойынша сыйақы ставкалар субсидияланады. Аталған шаралардың бір бөлігі тәжірибеде өзінің тиімсіздігін көрсетуде. Осылайша инвестициялық салымдар субсидиялау жабдықтар мен техника құнын дотация көлемінде дәл өсуіне алып келді. Нәтижесінде қайта өңдеу кәсіпорындарының шығындарын олардың бюджеттеріне ыдырап кетуде. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын субсидиялау нәтижесінде шикізат шетелге кетіп жатыр. Сондықтан алдында айтылғандай шикізатты тікелей өңдеуге өткізуді тауар өндірушілердің өздерін ынталандыру керек. Соңғы өнімнің өзіндік құнын төмендету және негізгі қымбат тауарлардың өндірістік компоненттерге арналған шығыстарды субсидиялау арқылы оның сапасын арттыру өндірістің қазіргі заманғы технологияларды енгізу, қайта өңдеу кәсіпорындары үшін инфрақұрылым мен логистикалық дамыту жөнінде шаралар қабылдау. Ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау кезінде терең өңделген тауарларды өткізуге баса назар аудару қажет.
тұтастай алғанда тамақ өнеркәсібін дамыту, оның ішінде өндірісті арттыру және импортты өз өндірісімен алмастыру мақсатында экономикалық индустрияландыру тұрғысынан маңызды міндет болып табылады. Төртінші, логистикалық тізбектің әлсіз буыны сауда болып табылады. Азық түлік тауарлардың өндірушілердің тұтынушыларға жылжыту бүгінгі апат сипатқа ие. Бұл салада тиісті мемлекеттік реттеу жоқ деп сеніммен айтуға болады. Азық түлік тауарлардың нарығында делдалдардың ұзын тізбесі жұмыс істейді. Бөлшек сатушылар да осы өнімнің құнына өз пайдасын қосады. Нәтижесінде өндіруші өз өнімі үшін сатып алушы делдалдарға қарағанда пайдасы аз. Сауда қызметін реттеу туралы заңға сәйкес ішкі сауда субъектілері әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларын сатып алу бағасынан 15%-дан аспайтын мөлшерде сауда үстемесін белгілей алады. Іс жүзінде бұл шектеу нақты жұмыс істемейді. Сауда нысандары өздерінің табыстарын әртүрлі қалқалармен бүркемелейді. Ретро бонустар, жарнама және сөре үшін сыйлықтар, айлық акциялық жеңілдіктер және тағы да басқалар. Оның үстінде көптеген отандық өндірушілер сауда жерлеріне қол жеткізе алмайды. Себебі ірі партияларды қалыптастыруға қиындық бар болғандықтан, сондай-ақ олар тұрақты негізде жеткізуді қамтамасыз ете алмағандықтан өз өнімдерін сауда делдалдары арқылы сатуға мәжбүр. Мұндай қарым-қатынастар даму қорытындысы өнімнің бағасын қалыптастыру өндірісте емес, қайта өңдеу және айналым саласындағы болып отыр. Өркениет нарықта мұндай жағдайға жол берілмейді. Өндіріспен әділ баға бойынша кепілді өткізу арасында байланыстың болмауы нәтижесінде сондай-ақ сатып алу қабілеттің төмендігін ескере отырып, халық арзан көбінесе сапасыз импорттық өнім сатып алуды жөн көреді. Бұл ретте жергілікті өнім талап етілмеген болып қалуда. Бұл стаб фондтардың жұмысына және апта сайынғы ауыл шаруашылығы өнімдерін жәрмеңкелерге қарамастан орын алуда. Белгіленген проблемаларды шешу үшін кешенді шараларды қабылдау қажет. Ең алдымен тауарларды сақтау мен тұтынушыларға жеткізудің қазіргі заманғы инфрақұрылымның оның ішінде көтерме тарту орталықтарын құру керек. Бұл ретте мұндай орталықтар тауарларды сапалы сақтау жөніндегі қызметтерді ғана емес, сондай-ақ тікелей өткізу үшін сауда алаңдарын ұсыну жөніндегі өнімді жуу, сұрыптау, орау жөніндегі үлкен партияларды қалыптастыру жөніндегі қызметтерді сертификациялау, зертханалық зерттеулер, оның өнім сапасын бақылау жөніндегі қызметтерді және тауарларды өткізу ілеспе басқа да қызметтерді көрсетуге тиіс. Мұндай тауар өткізетін инфрақұрылымды жаппай құру, өнімді ұзақ уақыт сақтауға баға белгілеуші де ашық ете отырып, тауар айналымын ұлғайтуға мүмкіндік береді. Сол кезде аграрлар қайта өңдеуден қауіптенбейтін және сатып алушылық делдалдар бағаны төмендетпейтін болады және өндіріс көлемін біртендеп арттыра алады. Сондай-ақ бағаны тұрақтандыру тетіктерінің тиімділігін арттыру бөлігінде азық түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларының қызмет түгелі қайта пішемдеу қажет. Өңірлердің ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның әлеуетін кеңейту үшін егін жинау кезіндегі жергілікті өндірушілердің олардың ауыл шаруашылығы өнімдерін фьючерстік және форвардтық сатып алуды жүзеге асыру тәжірибесін жаппай енгізу керек. Құрметті отырысқа қатысушылар, азық түлік бағасын жыл сайын көтерілу мәселесі әлеуметтік сезімтал ретінде бірнеше кезекке шығып отыр. Бүгін біз өз тарапымыздан жартысын өз табысымыздың жартысынан астамын азық түлікке жұмсаймыз. Адамдар несиеге азық түлік тауарларын сатып алатын жағдайға жетті. Осыған байланысты өркениетті азық түлік нарығын қалыптастыру және ойластырған мемлекеттік сауда саясатын жүргізу міндет ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Бесінші, ішкі нарық импорттық тауарларды жасырын демпингімен жеткіліксіз қорғау және тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қазіргі уақытта іс жүзінде барлық елдер өз нарығын қорғау үшін ауыл шаруашылығы өнімдерінің импортын шектеу тетіктерін қолдануда. Біздің экспорттаушылар осы практикамен жақсы таныс. Мысалы, біз астық пен ұн жеткізетін Орта Азия елдері тарапынан ұнды экспорттау кезінде тарифтік емес шектеу шараларын қабылдау жағдайы барлығына белгілі. Бұл импорттаушыларға өз астық өңдеу саласын дамытуға және біздің астықтың бізге дайын өнімдерін жеткізуге мүмкіндік береді. Осыған ұқсас жағдай еуразиялық интеграция шеңберінде де қалыптасып отыр. Осылайша біздің серіктестігіміз қорғау шараларын қабылдай отыра, өз аумағында қазақстандық өндіріс тауарларын әкелу шектейтіндері жөнінде жиі естуге тура келеді. Және мұндай шаралар әрдайым ақталмайды. Сондықтан отандық өндірушілерді қорғау үшін барлық мүмкіндік болатын тетіктерді, оның ішінде тарифтік және тарифтік емес реттеу шараларын пайдалануға жет. Бұл ретте импорттық тауарлардың жасырын демпингі бірінші
кезекте нарыққа жалған тамақ өнімдерін атап айтқанда ет сүт өнімдерінің болуына байланысты. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараты бойынша 2019 жылы өнімнің қауіпсіздігін мониторингілеу аясында 461 сүт өнімдерінің сынамасы зерттелген. 71 немесе 15% құрамында сүт емес май бар, оның ішінде 8-ден астам пайызы отандық өндірушілердің өнімі жалған деп танылды. Қалғандары импорттық өнім. Зерттелген ет өнімдерінің 578 сынамасының 102-сі немесе 18% шошқа ДНК-сымен немесе таңбалауда көрсетілмеген жануарлардың басқа да мәлімдемелерімен түрлерін құрамы анықталған. Бұдан басқа Берік Серикович, вы уже на 4 минуты вне регламента. Я заканчиваю, сейчас закончу. Бұдан басқа Қытай мен Корея өндірісінің тамақ өнімдерін 21 атауында ГМО шекті мәнінен 1%-дан 41%-ға дейін асып түскені анықталған. Сонымен қатар өнім қауіпсіздігі мониторингін талдауы, сондай-ақ тауарлардың басым бөлігі сәйкестігі растау жөніндегі құжаттамын жүрет және Қазақстан Республикасы мен Евразия экономикалық одақ ветеринария саласындағы уәкілетті органдармен берген сәйкестіктерге сүйемелденетін көрсетті. Мазмұндалғанды ескере отырып, техникалық регламенттердің сондай-ақ ветеринариялық және фитосанитариялық талаптарын сақталауын бақылауды күшейту арқылы сапасыз импорттық тауарларын жасырын демпингінен ішкі нарықты қорғау жөніндегі жүйелі шараларды әзірлеу қажет. Ел аумағында генетикалық түрлендірілген организмдердің шекті мәнінен асыра тамақ өнімдерін әкелуге және өткізуге жол бермеу жөніндегі шаралар қабылдау қажет. Сондай-ақ тиісті органдардың оның ішінде Евразия. Берік Серикович, вы уже 5 минут выше разговаривать. Но если сказали, заканчивайте. Владимир Карпович, я думаю, что мое выступление не менее важно, чем у нас есть регламент. Я понимаю регламент, но я думаю, дайте мне, пожалуйста, 2 минуты, я закончу. Продлим выступление. Все, пожалуйста, давайте. Сондай-ақ тиісті органдардың оның ішінде Евразиялық экономикалық одақ жалған сертификаттармен сәйкестігі растау декларациясын беретін жөнінде жауапкершілігін күшейту мәселелерін пысықтау қажет. Бұл ретте мұндай құжаттардың қолдануын тоқтату тұру тетігін пысықтау қажет. Сапасы және қауіпті өндірді әкелуге шектеулер енгізу бойынша уәкілетті органдардың өзара іс-қимылын нақты регламентін әзірлеу және әкелу кезінде бірлесіп тексеру үшін сыртқы экономикалық қызметтерге теріс пиғылды қатысушыларды тәуекелдерді басқару жүйесінде қызыл дәліз енгізу жөнінде тетікті реттеу керек. Сонымен бірге кәсіпкерлік субъектілерінің тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасыз қамтамасыз ету бойынша жауапкершілігін күшейту жөніндегі мәселені қарау қажет. Кеден одағы техрегламент талаптарына сәйкес келмеуіне байланысты қайта өндеуге тапсырылатын шикі сүттің сапасын арттыру бойынша қадамдық жоспарды қабылдау қажет. Ақырында отандық тамақ өнімдерін пайдалы және сапалы етіп көпшілікке тарату мақсатында оларды тұтыну мемлекеттік ақпарат тапсырыс, жарнама және импорттық азық-түлік тауарлардың құрамын технологиялық компоненттер туралы сенімді ақпарат беру арқылы насихаттау жүзеге асыру қажет. Бұл жерде тағы да менде бір бағыт бар, аграрлық ғылым және озық технологиялар енгізу жөнінде мен оны айтпай қоямын. Жалпы соңында айтарым келіп отқаны, бізде 5 жылдық бағдарламамыз аяқталуға жақын. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық министрлігінің қолға алып отқан жұмыстар негізінде дұрыс. Соларды нақты, енді бағдарлама деп айтпай қояйық, қысқа мерзімде іс-шара жоспары ретінде үкімет бекіту керек. Сонда мынау біз импорттық тауарлардан тәуелді болып отқан жағдайымыздан тез арада құтылуға болады. Біз оны бюджет қалыптасқан кезде де көтерген болатынбыз, біздің комитет депутаттары және біраз әріптестеріміз. Соны іске асырған жағдайда бұл мәселеді толық шешуге болады. Рахмет. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Сапархан Кесікбаевич, трибунаға келіңіз, өтінемін. Еще раз хотел бы обратиться внимание. Коротко вопрос, не длинный ответ. И еще раз, товарищи, давайте будем соблюдать регламенты. На 7 минут переговаривать регламент, это неправильно. Пожалуйста. Слово представляется Жексенбай Кардабаевичу Улы Дисимбаеву Гибрили. Пожалуйста. Рахмет. Менің сұрақтарым баяндама арналады. Сапархан Кесікбайұлы. Мынау ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің өнімдерінің кірісінің қазіргі уақытта 80%-на жоғы деуге болады. Мынау делдалдардың қалталарында кетіп жатыр.
ал шаруаның өзіне қалатыны ең көп дегенде 20-25%-на жуық қалат шығар. Ал мынау батыс елдерінде керісінше 80%-на жуығы шаруаның қалтасында қалады. Осыға байланысты менің сұрағым. Ауыл шаруашылық министрлігі осы бағытта қандай да бір шара қолданып жатыр ма? Қолданып жатса, ол қандай шаралар? Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым мынау коммуналдық рыноктар туралы. 2005 жылдан бастап коммуналдық рыноктар ашыла бастады. Бұл дегеніңіз делдалдарсыз тікелей ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алушыға жеткізу болып табылатын. Соны қазіргі уақытта ауыл шаруашылық министрлігі мониторинг жасай ма? Қанша осы коммуналдық рыноктар арқылы ауыл шаруашылық өнімдері өтті? Өтсе қанша көлемде? Және қазіргі уақытта қанша коммуналдық рыноктар жұмыс жасап тұр? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Ексебай Қыртыбайұлы, айтқаныңыз рас, қазіргі кезде енді мына тауар өндірушілердің негізгі мына тапқан табысы осы екі ортада жүрген делдалдарға кетіп жатқаны рас. Ол үшін біз бүгінгі күні біздің ойымызша мына сауда-саттық орындарын ұйымдастыруымыз керек, соларды көбірек салуымыз керек, соларға мынау тауар өндірушілерге сол жерде қол жетімді болу керек. Мысалы, біз енді мына жақын арадағы мемлекеттердің тәжірибесін қарап көрдік. Ресей мемлекетінде мынандай фермерлік базар деген болады. Бар қазір кезде, олар былтырдан бастап кіргізген. Сол жерде фермерлік базарда жаңағы базарға фермерлер өзінің өнімін алып келіп өткізеді. Сол жерде базардың бір шетінде жаңағы сататын жағы бар, содан кейін мынау сақтайтын жағы бар және өңдейтін жағы бар. Фермер бүгінгі күні таңертең тауарын алып келіп күні бойы сата алмаса, кешке ол жаңағы товарды ары қарай өңдеуге жібереді. Бізде де сол тәжірибені қарап, қазіргі кезде сауда министрлігімен бірге бірлесіп 15 агрологистикалық орталық және 4 мынау көтерме сауда орындарын салу жұмысы жүріп жатыр. Бұл жұмыс бойынша әлемдік банктерден кредит тарту жұмысы жүріп жатыр. Негізі былай өзінің бүгінгі күні схемасын бәрін келісіп, оны да жаңа осы тауар өндірушілермен келісіп қойдық. Ендігі мәселе мына әлемдік банктардан кредит алу мәселесі. Енді арзан кредит алуымыз керек. Сол мәселені талқылап жатырмыз қазір. Мына коммуналдық базарларға келетін болсақ, бұлар енді кезінде мына жергілікті әкімшіліктердің шешімімен құрылған. Солардың барлығы қазір енді сол жергілікті әкімшіліктер арқылы жұмыс істеп жатыр. Елдегі жаңа социально значимый продукты дейді ғой, соларды ұстау үшін бүгінгі күні әкімшіліктер сол осы коммуналдық базарлар арқылы жұмыс істеп жатыр. Бұлардың енді шынын айтайын, мен біз өзіміз министрлік арқылы мониторингін жасаған жоқпыз, санында айтамаймын. Бірақ қазір өздеріңіз білесіздер, мына коронавирусқа байланысты мемлекет басшысының тапсырмасы бар, мына күнделікті бар тауарларды қадағалап отыруымыз керек. Сол тауарларды қазір біз өткен аптада бірінші жүргіздік, апта сайын қадағалаймыз дегенбіз. Сол жерде мына сауда министрлігімен бірге бірігіп барлық жаңағы сауда орындарындағы осы көтерме базардағы қоймалардағы астықтардың бар азық түлік құрамын біз қадағалап отырмыз. Сол жерден енді мен ойлап отырмын, как раз сол жерден көреміз соның бәрін. Қандай кемшіліктер бар, оны да көреміз. Соны қазір ұйымдастырамыз деп отырмыз. Рахмет. Спасибо. Слово представляется депутату Ким Роман Хенчу. Спасибо, уважаемый Владимир Карпович. Вопрос представителя Минэкономики.
финансов и Сапархан Кесикбаевич вам. Статистические данные, которые сегодня оперирует правительство, полномочный орган акимата всех уровней в сфере АПК, если честно, вызывают большие сомнения. Так, согласно статданным, в прошлом году было намолочено 19,7 миллиона тонн зерна. Тогда как Международный совет по зерну оценил урожай в пределах 16,5 миллионов тонн. Разница составляет более 3 миллионов тонн. Но это не все. Из-за засухи, плохой погоды, качество собранного урожая не выдерживает никакой критики. Оно очень низкого качества. Сегодня Сапархан Кесикбаевич, уважаемый, мы назвали цифру 17,4 миллиона тонн. Это более такая достоверная цифра. Но скажите, пожалуйста, когда и каким цифрам можно верить? Далее. Я остановлюсь только на основных показателях. По животноводству. Только по крупному рогатому скоту приписки составили более 1 миллиона тонн. Недавно в своем интервью бывший министр сельского хозяйства господин Мамбеков озвучил уже другую цифру. 1,5 миллиона составляют приписки. Это при том, что общее поголовье сегодня, как отметили, всего 7,4 миллиона тонн. Голов. Я извиняюсь, Кешинес. По молоку сегодня выступали. Мы производим чуть более 6 миллионов тонн. Производим по статистике. Приписки составляют более 1 миллиона тонн. Вот скажите, пожалуйста, можно ли вот при таких искаженных цифрах составить реальную программу развития ПК? В 2021 году такая программа должна быть. И второе, как можно на основании таких искаженных данных оценить фактически продовольственную безопасность страны? Это же и национальная безопасность. И третье, кто вообще будет отвечать за этот бардак? Спасибо. Сапархан Кесикбаевич, пожалуйста. Спасибо, Роман Лукьянович. В смысле, сейчас Минэкономики. Жаслан Хасенович, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое за вопрос. Да, есть разные направления, где статистические данные отличаются, в том числе даже сравнивая нашу статистику против статистики зарубежных стран. Поэтому работа по уменьшению искажений, она на постоянной основе ведется. По этому направлению мы отдельно готовы с Минсельхозом поработать, чтобы сократить данное расхождение и разобраться, в чем разница. Спасибо. Там конкретный вопрос. Роман Михайлович, Владимир Карпович, если позволите, я скажу. По зерну в этом году 17,4 миллиона, вот недавно в феврале статистика подтвердила, что 17,4 миллиона тонн. Это первый раз, когда наш показатель нашей статистики совпал с показателем Международного зернового союза и с показателями Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов. Они предварительно всегда прогноз делают, и у нас всегда эта разница составляла где-то в районе 2-2,5 миллионов тонн. Но в этом году первый раз такие данные совпали. Я думаю, что это благодаря тому, что уже у нас в стране уже года два идет космический мониторинг. Ну, есть, конечно, вопросы по космическому мониторингу, но из года в год космический мониторинг, он свои плоды дает, и вот я думаю, что первые плоды именно по зерну есть. По поголовью, по поголовью 2000, если я не ошибаюсь, в 2011 году один раз уже перерасчет делали, и тогда около 1,1 миллион голов скота были списаны. Я думаю, что пришло время еще раз эту цифру проверить, поэтому мы сейчас с комитетом статистики перепроверяем. То же самое по молоку. По молоку на сегодняшний день 5,8 миллионов мы тонн молока производим, а перерабатываем всего полторы. Дальше вопрос есть.
Поэтому в настоящее время вы знаете, что в 2021 году у нас программа развития АПК завершается. И мы сейчас ведем полный анализ этой программы. Есть, конечно, предложение эту программу сейчас закрыть и разработать новую программу, но мы настаиваем на том, чтобы эту программу все-таки завершить до конца, потому что есть нарекания по тому, что программы меняются. Поэтому мы сейчас проводим со всеми ассоциациями, их у нас 48 по всем направлениям. Каждая ассоциация сейчас разрабатывает свое видение по каждому направлению. И потом мы подведем итоги и из этого будем составлять новую программу. И в этой программе как раз таки для того, чтобы эту программу ввести, нам нужна правильная статистика. Сейчас мы с комитетом статистики пересматриваем методологию всю. И мы предлагаем, чтобы ежегодно, в конце года, хотя бы раз в год, все-таки подворовой обход был, чтобы цифры статистики подтверждать. Вот так. Спасибо, но мы сегодня Министерство финансов не приглашали. Роман Хенч, если у вас есть... Я хотел бы обратить внимание, Жаслан Хасенович, кто будет отвечать за это дело и почему статистика у нас, она достаточно неточная. Депутат недоволен вашим ответом. Пожалуйста. Уважаемый депутат, вот Сапархан Кесикбаевич уже отметил, что работа с комитетом по статистике ведется и какими путями будут решать. Мы в письменном порядке ответим, так как курирующий комитет статистики не я, поэтому мы письменно ответим на этот вопрос. Какая работа проводится на сегодняшний день и какие мы ставим себе цели по результатам этой деятельности. Спасибо. Письменно, пожалуйста, представьте этот вопрос, эту информацию по статистике. Сөз депутату Алихана Нарбайулы Кайназаровка Береледы. Пожалуйста. Владимир Карпович, я получил ответ на свой вопрос, поэтому я снимаю. Спасибо. Сөз депутат Шавкат, слово представляется депутату Масурман. Пожалуйста, Кулыч. Рахмет, құрметті Владимир Карпович. Менің сауда және интеграция вице-министріне сұрағым бар. Құрметті Азамат Асқарылы, қазір жергілікті өнім базар басшыларының өктемдігінен базарларға жеткілікті түсірілмейді. Өйткен олар импорттық арзан фальсификаттарды сатқан тәуір көреді. Немесе жергілікті ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін әкелген өнімдерін қымбат бағамен сатуға мәжбүрлейтін көрінеді. Мұның өзі қарапайым азаматтардың шығыстарын көбейтуге әкеліп соғады. Сондай-ақ жаңа депутат Оспанов атап өткендей, ірі сауда орындарының тарапынан ретро бонус бопсалаушылыққа да жол беріледі екен. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының мәліметіне қарағанда мұндай алым тауар құнының 30%-на дейін жететін көрінеді. Ол аздай сауда орындарына тапсырылған өнім үшін ақы төлеуді 2-3 айға шегерту шарты да қойылатын болып шықты. Базар басшыларын жергілікті шаруалардың базар мафиясы деп атайтындығының себебі осы болу керек. Тұтастай алғанда бізде делдалдардың ұзын тізбегінен басқа өнім өндірушіні тікелей тұтынушымен байланыстыратын сервистік дайындаушы ұйымдар, өңдеуші кәсіпорындар, көтерме таратушы орталықтар сияқты тауар өткізуші желінің дұрыс жүйесі әлі қалыптастырылған жоқ. Осыған орай, біріншіден, негізсіз алымдарға, ретро бонустарға жол бермеу шаралары қашан қабылданады? Екіншіден, фермадан дастарханға дейін қағидасы бойынша азық-түлік тауарларын өндірудің, сақтаудың, дайындаудың, өңдеудің және тікелей тұтынушыларға өткізудің бірыңғай жүйесі қашан жолға қойылады? Рахмет. Спасибо. Наверное, надо будет представить слово вице-министру Министерства торговли и интеграции Кушуковой. Жанель Сабыровна, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Да, вице-министр, курирующий данное направление сейчас на МВК, связано с коронавирусом, находится. Но я постараюсь ответить на вопрос. А что касается ретробонусов, сокращения возможности вообще установления такой нормы, сейчас вот рассматривается в рамках поступившего разрабатываемого законопроекта. Вот, Владимир Карпович, ваше предложение как раз есть по этому поводу. Я думаю, что мы найдем какой-то взаимоприемлемый выход, так как этот вопрос нужно необходимо отрабатывать не только с поставщиками этой продукции, но также непосредственно самими торговыми сетями, так как тоже представляет определенный вид бизнеса.
Ну, вопрос действительно очень острый стоит, и мы его решаем сейчас. А что касается доставки и исключения цепочек посредников, то данный вопрос также мы хотим решать, во-первых, за счет тех формируемых торгово-логистических складов, опять-таки так называемый продуктопровод, который разрабатывается программа. Все вот эти вот меры, которые позволят устранить лишних посредников и сократить надбавки, которые возникают в процессе доставки готового товара до прилавка, я думаю, что будут решены и меры, мы также предполагаем отразить все в разрабатываемой программе по развитию торговли. Спасибо. Но там возникает вопрос о системе контроля за деятельностью торговых предприятий. Ведь вот в этом стоит задача. Поэтому, если у нас нет должного уровня торговли, тогда и получается, они что делают, что хотят, то и делают. Вот система контроля, как в вашем министерстве сейчас разворачивается? Вот сейчас мы как раз разработали новый проект закона в сфере техрегулирования. И как раз в части именно защиты обеспечения контроля качества производимой продукции. На самом деле сейчас, конечно, у нас применяются и технические регламенты Евразийского союза, национальные стандарты, в которых говорится о том, что вся продукция, которая у нас производится и обращается, она должна строго им соответствовать. Отдельные проявления, это, конечно, незаконные являются, если они являются фальсифицированными или несоответствующими техрегламенту, они, конечно, подлежат изъятию там, и уничтожению в соответствии с законодательством. Это уже дело правоохранительных органов. Но закон о техрегулировании вносит сейчас изменения, и закон, именно что в части качества продукции, я думаю, что вместе с вами мы найдем соответствующие нормы законодательства, которые позволят нам регулировать это уже на более серьезном уровне. Спасибо. Слово предоставляется депутату Звольскому. Сергей Иванович, прошу. Да, спасибо, Владимир Карпович. Сафаран Кесикбаевич, мой вопрос тогда адресован вам. В соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан 31 октября 2019 года об утверждении правил осуществления закупов товаров, работ, услуг национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, закуп сельскохозяйственной техники именно через АО «Казрофинанс» проводится через электронную площадку «Евразийский электронный портал». В связи с этим усложнился процесс подачи заявки сельхозтоваропроизводителями на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг. Удлинились сроки рассмотрения. Ну, к примеру, лизингополучатель, пройдя все процедурные вопросы, должен дождаться результатов электронных торгов. Подав заявку, к примеру, на трактор с линейки той марки, которую он уже эксплуатирует, но по результатам торгов лизингополучателю предлагается трактор такой же мощности, но другого завода-изготовителя, ну, к примеру, китайской сборки. Несогласие лизингополучателя с результатами торгов является отказом от финансирования. Сафаран Кесикбаевич, скажите, пожалуйста, не явится ли сложившаяся ситуация в КАФЕ для многих сельхозпроизводителей причиной срыва завоза техники для весенних полевых и уборочных работ? Спасибо. Сергей Адамович, спасибо за вопрос. Ну, в принципе, проблему знаем, и основная проблема здесь заключается в том, что это сельхозтоваропроизводитель, как вы говорите, заказывает одну технику, ему предлагают другую технику. Там и по качеству, и по техническим характеристикам, по цене проблема. Мы этот вопрос с Министерством финансов согласовали. Сейчас будем возвращаться на старую схему без государственных закупок. Мы сейчас правила вывесили на обсуждение, вы знаете, любые правила на обсуждение. На то, чтобы сейчас сельхозтоваропроизводители обновились, ну, видимо, где-то все-таки негативная часть будет, но мы постараемся этот приказ быстро согласовать. Главное, принципиально сам вопрос решили. Сапархан Кесикбаевич, а вообще как он мог возникнуть? В конечном итоге за лизинг производитель отдает свои деньги и плюс еще проценты. И если взять по рассрочкам, он получается в полтора раза больше тратит за трактор, и кто-то ему навязывает. И при том, может быть, некачественно, а он его не хочет. Если бы это было чисто государственные деньги, как вот закон, там понятно. А здесь частные деньги, он платит, и он еще, извините, должен кто-то ему чего-то навязывать. Здесь надо делать очень быстрее, и, извините, но это вообще ни в какие ворота не лезет. Спасибо.
Слово предоставляется депутату Тимиржанову. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Карпович. Мой вопрос адресован заместителю акима Акмолинской области. Уважаемый Галымжан Кенжешевич, как вам известно, уже в нашей стране больше 10 лет реализуется дорожная карта под названием «Продовольственный пояс вокруг нашей столицы». Вот, хотелось бы узнать у вас, вот, согласно утвержденной дорожной карте, до 2021 года вы должны были ввести дополнительно 5 молочно-товарных ферм общим поголовьем 7200 голов. Вы должны были построить один мясоперерабатывающий завод мощностью 5000 тонн в год. А также вы должны были дополнительно ввести определенный объем орошаемых земель на территории Акмолинской области. На наш взгляд, в последнее время этот вопрос немного вышел из поля зрения акимата. Вместе с тем, да, мы отмечаем положительные стороны, которые вы предпринимаете. К примеру, это торговая сеть «Акмол», это 4 специализированных магазина для реализации продукции именно сельхозтоваропроизводителя Акмолинской области. Ну и, в принципе, на этом все. Хотелось бы понять, какие шаги область будет предпринимать в дальнейшем для реализации утвержденной дорожной карты и какие дополнительные меры, с учетом того, что у нас сегодня все меняется, да, вы знаете, и количество населения в столице неуклонно растет. Вот даже мы уже час сидим, у нас доллар с 415 до 440 вырос за этот час. Поэтому я хотел бы понять, какие конкретные шаги будет Акмолинская область предпринимать для того, чтобы наш продовольственный пояс вокруг нашей столицы на месте тоже не остался. Спасибо большое. Спасибо. Слово предоставляется заместителю акима Акмолинской области Абдыкалыкову Галимжану Кенжешевичу. Пожалуйста. Включите микрофон. Сұрағыңызға рахмет, түсінікті. Шынында да Ақмола облысы аумақты географиялық орналасуына сәйкес елорданың азық-түлік белдеуін құрушы негізгі өңір болып табылады. Бірінші сұрағыңыз жаңағы суармалы жер туралы. Бүгінгі күнгі по итогам 19 года 24 000 гектар суармалы жер бізде жұмыс істеп келді. Осы жылы 20-шы жылға тағы да 4,5 суармалы жердің көлемі 4,5 мың гектарға көбейтіледі. Соның нәтижесінде осы жылы жалпы көлемі 28 бүтін 6 мың гектар суармалы жерге картоп, көкөніс, азық түлік өнімдерін отырғызу жоспарлануда. Сіздің сұрағыңыз жаңағы ірі сүт фермалары туралы. Облыс 2020 жылы Нұр-Сұлтан қаласын сапалы экологиялық таза азық-түлікпен қамтамасыз ету жолында біршама жобалар іске асыруда. Атап айтқанда, Ақкөл ауданында 1200 бас асыл тұқымды сауыс. Можно говорить, да? Да, пожалуйста, пожалуйста. В Ақкөлском районе СХП, то есть ТО Ақкөл, ТО Еңбек на 1200 голов. Целиноград ауданында 1200 басқа арналған сүт ірі асыл тұқымды сауын сиырына арналған Еңдала деген кешен салынып атыр. Үшінші кешен бұл Целиноград ауданында, Ақкөл ауданында үшінші кешен Астрахан ауданында Камышинка селосында салынып атқан 1000 басқа салынған ірі кешен салынып жатыр. Сонымен қатар, естіген шығарсыздар, Астрахан ауданында Бавария жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылына 5000 тонна ет өндіретін, шошқа етін өндіретін үлкен кешен салынуда. Одан басқа Макинск құс фабрикасы екінші кезеңдегі тағы да 25 000 тонналық құс етін өндіретін кешен салынуда. Осы
осы біздің істелген шаруалардың арқасында 2020 жылы Ақмола облысы елорданың ет өнімінің қажеттілігін 33%, сүт өнімдерін 34%, жұмыртқаға қажеттілігін 94%, картопқа қажеттіліктің 92%, көкөніске қажеттіліктің 30% жаңағы қажеттілігін өтейміз деп жоспарлауда. Осындай бізде шаруашылықтар жүріп жатыр. Спасибо. Рахмет сұраңыз. Слово представляется депутату Бижановой. Спасибо, уважаемый Владимир Карпович. Если позвольте, я задам два вопроса коротко. Мой вопрос в продолжении коллега Мусурман озвучил очень важную тему, актуальнейший вопрос снижения цен на продовольственные товары. Здесь выступал представитель оптово-распределительного центра с Караганды. В ходе выезда депутаты ознакомились с работой этого центра. Отличный проект, я скажу. Он позволит решить массу задач, которые на сегодняшний день ставит и глава государства. Это обеспечение прямой связи между сельхозтоваропроизводителями и потребителями, исключение той армии посредников от поля к столу потребителя. Это увеличение создания количества рабочих мест и так далее. Представитель Министерства торговли сейчас заявил, что ведется работа по созданию товаропроводящей системы в Казахстане, в том числе посредством строительства ОРЦ. Как известно, этот ОРЦ у нас вообще единственный в Казахстане, пока первый. И до настоящего времени не определен их однозначный статус. Поэтому вопрос к представителю Министерства торговли и интеграции. Учитывая значимость и высокие социально-экономические выгоды от строительства, рассматривается ли министерством вопрос о присвоении статуса инвестиционного приоритетного проекта таким центрам? И если да, то возможно ли решение этого вопроса уже в этом году? Потому что это все актуальнейшие вещи, к которым мы все должны стремиться, и с этим вопросом нужно ускоряться. И второй вопрос также к представителю Министерства торговли и интеграции, к вице-министру национальной экономики Жаслан Хасенович, к вам. Мы с Владимиром Карповичем уже второй год поднимаем в депутатских запросах тему запрета параллельного импорта. Этот вопрос, который необходимо решать на уровне Евразийской экономической комиссии, крайне медленно продвигается рассмотрение. И, на наш взгляд, позиции и доводы казахстанской стороны неубедительны в ЕАЭК. Причиной тому служит отсутствие единой позиции уполномоченных в этом вопросе государственных органов. Также периодически одна из сторон Союза начинает выражать сомнения в необходимости решения этого вопроса, исходя только из собственных интересов. Напомню я для вас, коллеги, депутаты, в настоящее время запрет на параллельный импорт влечет кратное увеличение стоимости на товары повышенного спроса для потребителей в Казахстане, в том числе и на сельскохозяйственную технику, на запчасти, на фармацию и так далее. Запрет этот действует уже 6 лет, цены растут ежегодно. Изначально задача стояла завести сюда инвесторов, производителей этой продукции. К нам так никто и не пришел, а вопрос этот также и не решается. Соответственно, у меня следующий вопрос к двум ведомствам. Проведен ли качественный анализ ценовых политик иностранных товарных знаков, оригинальных товаров и их монополизация на рынке Казахстана? И когда наши уполномоченные органы примут однозначную позицию по данному вопросу по протоколу 2014 года к договору ЕАЭС? Спасибо. Слово предоставляется вице-министру Министерства торговли и интеграции Кушуковой. Жанель Сабыровна, пожалуйста, вам вопрос. Спасибо большое за вопрос. Да, однозначно вот эта вот деятельность ОРЦ, она будет отнесена к инвестиционным приоритетным проектам с тем, чтобы предприниматели могли получать налоговые инвестиционные субсидии. На сегодня уже, во-первых, деятельность складское хозяйство и вспомогательная транспортная инфраструктура уже внесена в перечень приоритетных видов деятельности. И теперь для того, чтобы получить его, нужно заключить просто этот инвестиционный контракт непосредственно самим предпринимателям, которые собираются это дело начинать, с комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел. Спасибо. А вот вопрос прозвучал, вторая часть вопроса. Можно ли в этом году начать реализацию инвестиционных проектов в других областях? По вашей программе вы там даже цифру определили, что на развертывание логистических центров вы выделяете, планируете выделить более 200 миллиардов тенге.
когда они будут выделены, и в этом году начнется ли развертывание других логистических центров? Пожалуйста. Жанель Сабыровна. Да, да. На сегодня уже начинаются, у нас уже есть проекты по Казахстану, по строительству. Скажу, что вот у нас выделены, да, действительно, на вот Альфа-Рух, который сегодня был презентован. Также несколько проектов еще имеется у нас. И, к сожалению, у меня вот подробной информации нет, я могу предоставить ее письменно, запросить. Но все деньги, которые мы планируем освоить в текущем году именно для этих целей, насколько я знаю, у нас обсуждается в министерстве, что они будут полноценно освоены. Жанель Сабыровна, ну, я понимаю, что вы на замену пришли, но готовится же надо, в конце концов. Ну, что за дела? Письменно, пожалуйста, ответьте. Теперь, Жаслан Хасенович, вам вопрос. Прошу, очень важный вопрос. Параллельный импорт. Вот я хочу добавить, что у нас трактор John Deere 2005 года, его стоимость увеличилась в 2,5 раза. До сегодняшнего. Вот он стоил 205 тысяч евро, сейчас 600. То есть что делать нам с параллельным импортом, пожалуйста? Я вот хотел, спасибо за вопросы, по первому вопросу прокомментировать, да, что относительно включения торгово-распределительных центров в ОКЭДы, здесь работа, на самом деле ОКЭДы, они соответствуют международным стандартам, поэтому здесь требуется время, это раз. И во-вторых, необходимо принципиально понять, надо ли торговые объекты включать в приоритетный вид деятельности, да, потому что на самом деле здесь необходимо выбирать баланс между поступлением в бюджет и освобождением того или иного рода деятельности от налогов. Поэтому мы будем детально изучать этот момент и определять целесообразность. По второму вопросу, по параллельному импорту, да, это давняя проблема, она еще тянется с 2011 года, если я не ошибаюсь. Здесь пока единой позиции нет, мы обсуждаем, и я думаю, что в этом году понимание будет. Спасибо. Но мы же приводим цифры. В 2-3 раза лекарства дорожают, техника в 3 раза дорожает. Посредники и поставщики, дистрибьюторы на нашей территории вообще ведут себя как хотят, и мы вынуждены, у нас нет производства, вынуждены идти у них на поводу. Это неправильно. Вы, пожалуйста, не в течение года, а ускоряйтесь и решайте эту проблему побыстрее. Мы вам уже не первый раз об этом говорим, а вы все там втроем, Минюст, вы и Минфин, не можете разобраться. Слово предоставляется депутату Каратаеву, пожалуйста. Слово включить депутату Каратаеву микрофон. И повнимательнее там. Рахмет, құрметті Владимир Карпович. Менің сұрағым ауыл шаруашылығы министрі Сапархан Кесікбайұлы Омаровқа арналады. Бүгінгі таңда Қазақстан өнімдерінің 6 топы азық-түлік қауіпсіздік деңгейі сәйкес келмейді. Оларға қант 88%, балық 74%, ірімшік және сүзбе 50%, құс еті 45%, шұжық 39% және 37%-ді құрайтын алма жатады. Сонымен қатар шетелден импортпен келетін бұл тауарлардың жыл сайынғы айналымы 1 миллиард доллардан асып отыр. Нұр Отан партиясының сайлауалды тұғырнамасы бойынша еліміздің ішкі нарығын отандық ауылшаруашылық өнімдерін толықтыру және негізгі азық-түлік топтарын импорт үлесін азайту міндеттері қойылған болатын. Бұның нәтижесінде ең алдымен құзырлы органның назары отандық тамақ өнімдерінің өндірісін ұлғайтуға бағытталу тиіс деген тұжырымға келеміз. Осыған орай импортпен келетін құс еті және сүт өнімдерінің үлесі азайту бойынша Нұр Отан партиясының сайлауалды тұғырнамасында қойылған міндеттерді шешу үшін сіздің министрлігіңіз қандай шаралар қабылдауда? Рахмет. Рахмет, Фахриддин Әбдінәбиұлы.
бүгінгі күні біз үшін сіз атап өткен алты тауар өте маңызды. Олардың импортын азайту бойынша Нұр Отан партиясында да жаңа мемлекет басшысы да біздің алдымызға тапсырма қойған. Бүгінгі күні жаңа Берік Серікұлы айтып кеткендей, бізде үкімет бізге осы алты бағыт бойынша біздің жұмыс жоспарымызды бекітіп берді. Алты бағыт бойынша бүгінгі күні бағдарламамыз бар. Біздің жоспарымыз бойынша 2024 жылға дейін осы алты бағыт бойынша біз 100%-ға шығуымыз керек. Ол үшін біз қазір әрбір инвестормен бөлек-бөлек жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, тауық етінен бүгінгі күні бізде 153 мың тонна кіріп жатыр. Қазір былтырғы жылы біз 8 компаниямен жұмыс істедік. Сол компаниялар бүгінгі күні өздерінің тауық етін өңдейтін заводтарды салу жұмысын бастап кетті. Егер солар ендігі жылға, немесе алдыңғы одан кейінгі жылға осы бастаған заводтарды бітірген болса, біз жетіспейтін көлемді сол заводтардың күшімен жабамыз деп жоспарлап отырмыз. Ол жұмысты қадағалап отырмыз. Алма бойынша да солай. Алма бойынша да мына қазіргі кезде біз мына алма бойынша жаңадан бастап келе жатқан орта немесе кіші тауар өндірушілерге жаңағы расчет жасап отырған жоқпыз. Өйткені олар біз тез шығу үшін олардың уақыты да жетпейді, күші де жетпейді. Сондықтан бұл бағыт бойынша да өзіміздің мына оңтүстік жақтағы көптеген бүгінгі күні дамып келе жатқан осындай алма бағын өсіріп отқан, жеміс жидек бағын өсіріп отқан компаниялар бар. Солармен тікелей жұмыс істеп жатырмыз. Бізге тез өсіп, тез жабу үшін мынандай өзінің базасы бар, мамандары бар, жаңағы қаржылай мүмкіндігі бар сондай компаниялармен жұмыс істеуіміз керек. Бірақ ар жағы тоқтап қалады деп айтпаймыз, ол жағында ары қарай жүреді. Ең қиын мәселе бізде мынау қант қызылшасы бойынша. Өткен қант қызылшасы бойынша бүгінгі күні бізде 300 завод бар. Ол заводтар жағдайын өздеріңіз білесіздер. Олар былтырғы ғасырдың 70-ші жылдары салған. Ол заводтарды қайта-қайта модернизация жасап жатырмыз, бірақ ол жасаған модернизациядан ешқандай пайда жоқ. Өткен ол модернизация жасаған сайын оның шығарып атқан өнімінің бағасы асып кетіп жатыр. Сондықтан бізге ол жаққа қазір жаңа инвесторлар алып келу керек, жаңа технология алып келу керек. Қазіргі инвесторлар бізде Жамбыл облысында Қызылша деген компания, сол жақтан қазір олар биылдан бастап завод саламыз деп жатыр. Екінші мына Павлодар облысында Қытай компаниясы бар, олар да завод саламыз деп жатыр. Тағы бір Нидерландтық компания бар, олар да келеміз деп жатыр. Және түрік. Бірақ енді негізгі мәселе бұлардың барлығы мынау жер бер дейді, өзіміз егеміз дейді. Сол проблема. Біз енді оларға қазір анау сендер мына өңдеу заводын салыңдар, ал жерді мына біздің жергілікті шаруалармен кооперация құруға көмектесейік деп сондай жұмыс істеп жатырмыз. Сүт өнімдері бойынша енді біз сүт өнімдерінде бізде ең соңғы үлкен сүт фирмалары 2011 жылы салынған. Ол жаңағы мына Зенченко, кім Сауыр, одан кейін сүт фирмаларына ешқандай аса көңіл бөлінбеген. Осы 11 жылдан бері биылға дейін 10-15 па сондай ғана үлкен ферма салынған товарлық. А қалғандарының бәрі жаңағы лично подсобный хозяйствадан жиналып отыр ғой енді қазір. Сондықтан біз мына сүт мәселесін шешу үшін биылдан бастап жылына кемінде 25 жаңағы сүт товарлық фирмаларын саламыз деп жоспарлап отырмыз. Оны салатын адам, салатын шаруалар бар, бағдарлама бар. Спасибо. Слово представляется депутату Кудайберген Толепулы Ержанову.
пожалуйста. Рахмет, құрметті Владимир Карпович, мен сұрағым Сапархан Кесіпбайұлы сізге. Мынау мал шаруашылығының өнімдерінің сапасы мен бағасына келетін болсақ, ол көп факторлыға байланысты. Мына жерде әріптестерім көпшілігі оны айтып өтті де, өзіңіздің докладыңызда айттыңыз. Соның ішінде біреуі мынау қайта-қайта айтылып жатқан мал азығы қорына байланысты. Мал азығының жаңағы сапасы, оның жаңағы қолжетімділігіне осы тікелей бір-біріне байланысты екені белгілі. Осы жөнінде қандай қолдаулар қарастырылып жатыр мемлекет тарапынан? Егер де жақсы қолдау болатын болса, мал азығы жеткілікті болатын болса, меніңше жаңағы құс шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, оның дамуы бізде қамтамасыз етіледі. Екінші сұрағым менің экология, геология және табиғи ресурстар вице министріне. Мынау Шардара су қоймасы менен Көксарай су қоймасы негізі бағытталған жұмысы, ол Түркістан облысы менен Қызылорда облысының шаруаларына бағытталған. Су жинақтап, осыны кезінде жаңағы сумен қамтамасыз ету. Қаншалықты үлкен қиыншылық менен елбасының өзінің қолдауы менен мына Көксарай су қоймасы салынған, Владимир Карпович, сіз де жақсы білесіз, қанша қаржы шыққан. Соған қарамастан бүгінгі таңда екі су қойманың сыйымдылығы 8 миллиард 200 миллионнан шамасында болуға тиісті. Бірақ бүгінгі таңда екеуі де өзінің толық жоспарлы жаңағы көлемін алған жоқ, су толған жоқ. Тоқтағол су қоймасында қазір критически төменгі уровень отыр, 12 миллиард. Оның сыйымдылығы 19 миллиард. Ал қазір ол 12 миллиардта тұр. Ол демек, биыл жазда су кем болады, аз болады. Соған қарамастан бүгінгі таңда бірнеше күн болды, мынау Арнасай су реттегіші деген бар, ол апатты су реттегіш. Это аварийный водосброс, через который на сегодняшний день сбрасывается 50 кубов воды пока в секунду в Узбекистан. А это нельзя допускать, потому что это не должно быть такого. В принципе, потому что это аварийный водосброс, когда мы, например, не вмещаем эти объемы воды. Ежегодно раньше сбрасывалось от 3 до 5 миллиардов кубов воды, когда нам самим не хватало. А сейчас, вот последние годы, от 1 миллиарда и более до 3 сбрасывается в этот водоем. Хочется спросить, на каком основании это делается? Да, я знаю, сейчас будет такой ответ, что Узбекистан нам даст воду в Махтаральский район, Жетысайский район. У Узбекистана нет источника воды. Вода приходит нам из Киргизии, из Токтагульского водохранилища, которому Казахстан, Киргизия помогает ради нашей воды, чтобы мы воду получали, помогает товарами, как ГСМ, другими изделиями там, да, и всячески стараемся, чтобы зимой Токтагульская ГЭС не работала, а сохраняла этот объем воды, и чтобы мы ее получали. А сегодня получается, что мы отдаем воду в Узбекистан, и тем самым наши крестьяне получают второй удар, это удорожание воды. Потому что средняя стоимость воды складывается на потребителях наших, казахстанских. Поэтому, пожалуйста, вопрос, на каком основании сегодня сбрасывается вода? Спасибо. Пожалуйста, Сапархан Кесикбаевич, вам первая часть, а вторая. Вторая за министра экологии Громова Сергея Николаевича тоже, пожалуйста, будьте готовы. Прошу. Я бүгінгі күні мынау азықтық мал шаруашылығын азықпен қамтамасыз ету мәселесі өте күрделі мәселелердің біреуі. Бүгінгі күні біздің мүмкіншілігіміз 65% ғана қамтамасыз етіп отыр. Ал егер біз мынау мал санын басын көбейтеміз десек, осы азықтық өсімдік өніміне көп бөлуіміз, көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан бүгінгі күні біз мынау тұқымдық материалды субсидиялау мәселесін ары қарай жалғастырып жатырмыз. Бұл жердегі өзгеріс мына тұқымдық материалды бұрын шетелден алып келген материал субсидияланбайтын болған, биылдан бастап біз сол өзгерісті енгізіп жатырмыз. Өйткені енді қанша дегенмен мына шетелден келген материалдардың өнімділігі біздікіне қарағанда жоғары. Екінші, тыңайтқыштарды субсидиялау мәселесі бар. Үшінші, мынау бір куб суару машиналарын субсидиялау мәселесі бар.
елу пайыз, басқа инвест субсидиялар 25%-дан болатын болса, бұл бүркіп суару аппараттары, біз бұл бағытта 50%-ға көтеріп отырмыз. Бұдан басқа жаңағы инвестициялық субсидияны айтып кеттім. Банктен алу кредиттік мәселені субсидиялау, кредит көтермесін субсидиялау мәселелері бар. И және мынау қарапайым заттар экономикасы арқылы бүгінгі күні жеңілдетіп несие беру мәселесі қаралған. Спасибо. Сергей Николаевич, пожалуйста, по Коксараю, по Шардаре. Сколько сейчас там и там накоплено воды и причины сброса воды в Арнасай? Хорошо. Спасибо за вопрос. Шардара, вы знаете, вместимость ее 5,2 кубокилометра. Сегодня уже накоплено 4, почти 900 кубов. А Коксарай, вы знаете, сегодня мы не можем больше, чем 2,2 кубокилометра накапливать, поскольку дамба плачет, нужен ей ремонт. На это мы просим деньги у правительства. И Коксарай тоже будет наполнен. У нас сегодня разработан режим работы Чардары и Коксарая. Мы их наполним. А сбрасывать в Арнасай мы по многочисленным просьбам узбекской стороны начали. Но у нас есть оговорено условие. Если будет поступать к нам водохранилище Чардара, и дальше потом мы сбрасываем 400 в Коксарай и 100 в Сырдарию. Если будет меньше 750 кубов в секунду, мы прекращаем сброс. Узбекская сторона, если нам это обеспечит, тогда мы полностью наполним водохранилище. Спасибо, конечно, за вот такое вот пожелание, но я должен сказать, что у нас предстоит тяжелый год на юге, маловодный, снега очень мало. Здесь уже правильно сказали, что Токтагульское водохранилище даже по сравнению с прошлым годом на 2 кубокилометра меньше. Это не говоря, что полной загрузки, да, где-то больше 7 кубокилометров меньше. Поэтому мы сегодня с киргизской стороной заключили соглашение на сброс нам 300 миллионов кубов воды в сезон. Мы будем им заранее вот давать сейчас электроэнергию, а в июне, июле, в августе нам 300 миллионов кубов воды в обмен на электроэнергию будет. Сейчас мы прорабатываем вопрос дополнительно с таджикской стороной на сброс тоже 300 миллионов кубов воды в обмен на электроэнергию. Там выгоднее условия с таджиками. Этот вопрос прорабатывается. Но я вам еще раз могу сказать, что нам очень сложно будет обеспечивать летом наших крестьян водой, поскольку год маловодный. И думаю, те, что излишки мы хотели бы сбросить в Арнасай, если нам не будет хватать, мы не будем их сбрасывать. Спасибо. Пожалуйста, микрофон депутату Иржану включите. Да, спасибо. Пожалуйста. Сергей Николаевич, я же сказал, что Узбекистан не источник воды. Как он может дать? Он не может дать. Это вода наша, которая идет с Киргизии. Ну, если есть такое соглашение, надо ее как-то... Что такое многочисленные просьбы? Мы, наверное, суверенное государство, которое независимо ведет свое хозяйство. Вода – это наш товар. Это водохранилище наше. И потом... И должны мы ее использовать для себя. Потому что мы сейчас отремонтировали Шардаринскую ГЭС, модернизация прошла на почти 70 миллиардов, то есть миллионов евро, и она загружена всего лишь на 65% сейчас. А когда могла работать и отдавать государству, возвращать эти деньги, вырабатывать тот же дефицит электроэнергии, который у нас существует на юге. А вода, вот, она из года в год это повторяется. МКВК, вот Международная комиссия, водная комиссия, она работает только в интересах одной стороны. А Казахстан, как Бишара Агашкета, не может выставить свои требования. Ну, давайте хоть мы воду свою, которая у нас находится, сохраним. А эта вода по каналу, которая должна приходить, Узбекистан никакого отношения не имеет к нему. Это просто, я не знаю, ну, надо отработать механизмы до конца и поставить точку в этом. Спасибо. Можно, да, дополнить? Да, пожалуйста, Сергей. Во-первых, Чардара у нас не в энергетическом режиме работает,
она для того накапливается, чтобы потом снабжать водой и Кызылординскую, и Туркестанскую область. По мере возможности мы даем и для гидростанции, для того, чтобы она вырабатывала электроэнергию. Это раз. Второе. Каждый год не сбрасывается ни миллиард, ни два. В прошлом году 200 миллионов сбросили туда, в Арнасай. Я не менее патриот нашей страны, чем депутаты присутствующие. Но я вижу прекрасно, что нам будет тяжело летом. Если сегодня нам не находить общий язык с нашими соседями узбеками, мы, к сожалению, сидим внизу все, практически, кроме РТШ. Кыргызы, узбеки и так далее, выше нас. Понятно, что это не узбекская вода, но зависит, сколько пропустят, зависит от Узбекистана. Они по пути, вы знаете, если по Сырдарье 2,5 кубокилометра, говорят, потери. Но это невозможно, таких потерь. Но они преподносят нам такие потери. И поэтому для того, чтобы договариваться, нужно, наверное, договариваться на обоюдных условиях. Тем более мы по нашему графику мы наполняем и Чардару, и контррегулятор. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы уже 50 минут. Предлагается прекратить задавать вопросы. Нет возражений. Мы приняли решение. Сапархан Кесикбаевич, Копрахмет, Отернес. Спасибо выступающих. Пожалуйста, список. Простите. Все, мы уже вопросы и ответы прекратили. Спасибо. Если есть кому-то ответ, пожалуйста, подойдите, дайте дополнительное лично. Слово для выступления представляется депутату Жексенбай Картабаевичу Дюсебаеву. Пожалуйста. Рахмет, Владимир Карпович. Уважаемые коллеги, для того, чтобы стабилизировать цены на продукты питания на внутреннем рынке, необходимо в первую очередь наращивать производство сельскохозяйственной продукции на основе повышения продуктивности полей и ферм. О каком увеличении сельскохозяйственной продукции можно вести речь, если у нас в целом по республике за последние годы в отрасли не произошли существенные изменения? И экономический вклад сельского хозяйства ВВП страны продолжает оставаться на низком уровне, то есть 4,5%. Без ежегодного наращивания производства сельского хозяйства невозможно сократить расходы граждан на продовольственные товары. Если в 2018 году в среднем казахстанцы 49,7% своих расходов направляли на продукты питания, то в 2019 году этот показатель составил уже 51,2%. Похожая картина в Казахстане наблюдалась в начале 2000-х годов. Это при том, что объемы господдержки сельского хозяйства растут ежегодно, и за последние 5 лет объем субсидий вырос почти в 2 раза. В этой связи возникает резонный вопрос. А где же ежегодно выделяемые 300-400 миллиардов тенге государственной поддержки? Куда ушли? Песок? К примеру, начиная с 2014 года в целях развития отрасли мясного животноводства был импортирован племенной скот мясного направления на сумму 58 миллионов долларов США. В 2015-2018 годах было выделено дополнительно еще 125 миллионов долларов. Несмотря на такие вложения, импорт мяса и мясной продукции не снижается и составляет ежегодно 220 миллионов долларов. А экспорт мяса 45 миллионов долларов, то есть импорт превышает экспорт в 5 раз. Завоз скота продолжается и по сегодняшний день. А где же отдача? Из приведенных данных мы ее не видим. Прежде всего, такие результаты складываются из отсутствия научного подхода в селекционно-племенной работе и по воспроизводству стада, низкого уровня технологической и технической обеспеченности ферм. Кроме того, завоз скота производится без учета природно-климатических условий и без создания соответствующей кормовой базы. Вследствие этого четверть скота преждевременно выбраковывается, а также вынужденный расход из-за болезней, завезенных вместе с импортированным скотом. После такого бессистемного отношения зачастую продуктивное качество завезенных пород сельскохозяйственных животных не соответствует заявленным стандартам.
Поэтому необходимо не только увлекаться импортом скота, но и параллельно уделять внимание разведению местных отечественных пород, таких как казахская белоголовая или ивлекольская. Видимо, министерство позабыло, что у нас существуют такие породы. Если бы определенную часть финансовых средств, расходуемых на разведение импортного скота, пустили бы на решение проблем отечественных пород, то, по-моему, были бы другие результаты. Схожее положение сложилось и в молочном животноводстве. На сегодняшний день только 30% произведенной продукции перерабатывается. Возникает вопрос, почему? Потому что между производителями и переработчиками отсутствуют экономические рычаги. Вместо того, чтобы производственники, переработчики, объекты хранения и транспортировщики поддерживали, помогали и не препятствовали друг другу, а наоборот, сотрудничали и работали вместе для наращивания производства, а у нас получается по-другому. Вот почему у нас скот и продукция уходят в соседние страны, потому что там работают рыночные механизмы. А мы создавшиеся проблемные вопросы хотим решить запретительными мерами. Это не рыночный подход, а прошлый век. Поэтому без применения рыночных рычагов и механизмов невозможно создать стабильное производство сельскохозяйственной продукции. Для этого необходимо иметь четко налаженную схему переработки продукции, обеспечить ее хранение и своевременную транспортировку напрямую до рынка сбыта. Без применения такой рыночной схемы товаропроизводители теряют от производимой продукции до 80% дохода. То, что я сейчас задал министру этот вопрос. К сожалению, доходы уходят в карманы многочисленных посредников. Вместо того, чтобы эти деньги селяне могли использовать для развития и расширения своего производства. Вот куда необходимо направлять свои усилия Министерству сельского хозяйства. Кроме того, складывается непонятная ситуация по эффективному использованию выделенных финансовых средств. До сих пор миллиардные суммы расходуются на строительство новых перерабатывающих предприятий и откормочных площадок, в то время как действующие работают полсилы или попросту простаивают. Мировой опыт показывает, для того, чтобы повышать производство и качество продукции, для достоверного ценообразования сельхозпродуктов необходимо повсеместно развивать сеть сервисно-заготовительных пунктов, оптово-распределительных и торгово-логистических центров, коммунальных рынков. К сожалению, перечисленные сервисные услуги у нас слабо развиты и во многих случаях работают неэффективно. В связи с этим еще раз хочу отметить, что условия рынка не приемлют половинчатых решений, особенно что касается сельского хозяйства. Экономические механизмы не срабатывают, если не будет соблюдаться полный цикл рыночных отношений в условиях производства, переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Поэтому следует учитывать комплексный подход при производстве продукции и ее реализации. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется депутату Шимбетову. Прошу. Уважаемые председатели, присутствующие, наиболее важным вопросом, волнующих наших граждан, является вопрос обеспечения социально значимыми продуктами питания. Ослабление контроля за ценами не раз отмечал президент. В прошлом году инфляция на продукты питания составила 9,2%, а с начала года 0,9%. В настоящее время из 19 социально значимых продуктов питания только по двум сахару и мясу птицы в стране имеется импортная зависимость. То есть по 17 видам у нас имеется собственное производство и продукции в достаточном количестве. У нас стоит задача ввести контроль за социально значимыми продуктами питания. При этом цена продукции у производителя не должна регулироваться, она должна быть в конкурентной среде. Главное, чтобы продукты дошли до потребителя с обоснованными торговыми наценками. Для примера, картофель и морковь со склада у сельхозпроизводителей Павлодарской области сегодня отпускается 70 тенге. В магазинах столицы цена составляет 140 тенге, в два раза выше. Контроль за ценами правительство делегировало местным исполнительным органам, определив им право устанавливать своими решениями предельно допустимые пороговые цены. По информации акиматов, эта система не имеет результатов. Во-первых, неэффективна сама процедура фиксирования цен, когда за основу берутся цены из статистических данных за последние 3 года. Во-вторых, даже в случае установления завышения цены у МИО нет полномочий по административному взысканию. Единственный госорган, у которого имеется соответствующие полномочия, это Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики с его подразделениями на местах. Однако, чтобы принять меры по необоснованному повышению, комитету необходимо установить ценовой сговор на рынке, где виновными в основном признают самих производителей продукции.
Большие надежды в этом вопросе возникают в связи с созданием в республике Министерства торговли и интеграции. В числе приоритетных задач министерства определено развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры и защита прав потребителей. На вопрос о контроле за ценами на социально значимые продукты у министерства сегодня два ответа. Первый – цены контролируют местные исполнительные органы. Второе – мы будем строить оптово-распределительные центры. По первому ответу ситуация известна. По второму у нас действует всего лишь один ОРЦ на всю страну. То, что планируется строить ОРЦ за счет международных займов, перспектива ближайших двух лет. В связи с изложенным предлагается применить опыт наших партнеров по ЕАЭС. Так, в Беларуси на СЗП предусмотрена 10% торговая наценка от цены производителя. Проверяются накладные, применяется взыскание, при этом в процесс вовлечен потребитель. Ограничения в торговых надбавках применяются также в Германии, Молдове и Украине. В июле 2019 года приказом министра торговли были внесены поправки в правила внутренней торговли, в которых определено, субъекты розничной торговли на социально значимые продовольственные товары должны устанавливать наценку не более 15% от закупочной цены производителя или оптового поставщика. Однако данная поправка не работает из-за отсутствия правовых норм, в связи с чем необходимо внести изменения в административный кодекс в части применения мер в отношении недобросовестных торговых объектов и законодательно определить уполномоченный госорган. В настоящее время в Мажилисе на рассмотрении находится законопроект о внесении изменений в законодательные акты по вопросам защиты потребителей. Депутатами парламента уже внесены ряд поправок. Считаю своевременным в первую очередь в защиту прав потребителей узаконить регулирование торговых надбавок на социально значимые продукты питания. Надеемся на поддержку и понимание присутствующих министерств. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется депутату Ким Роману Хенчу. Прошу. Спасибо, уважаемый Владимир Карпович, коллеги. Казахстан, имея огромный потенциал земельных, водных и трудовых ресурсов, должен стать одним из крупнейших производителей сельхозпродукции, в частности, экологически чистой на основе развития биоорганического сельского хозяйства. Но это в теории. А на практике же картина менее радужная. Сегодня страна импортирует значительную часть потребляемого продукта из-за рубежа. И чтобы правительство не делало в этом направлении, результат выходит один. Наводнение импорта внутреннего рынка, продукция зачастую сомнительного качества и повышение цен на продукты первой необходимости. Это уже стало аксиомой. Сложившаяся ситуация создания сельхозкооперативов дало бы возможность экономическому укрупнению и как следствие этому повышение производительности труда, качества выпускаемой продукции, а также эффективному использованию производственных мощностей. Поэтому реализация 60-го и 61-го шагов плана нации 100 шагов по обеспечению мясной и молочной продукции строилась именно на развитии кооперативного производства на селе. В целях законодательного обеспечения Мажилисом парламента в 2015 году был инициирован и своевременно принят закон о сельскохозяйственных кооперативах. Вместе с тем на практике сельскохозяйственной отрасли сложилась порочная практика, когда со сменой руководства корни меняются подходы к реализации той или иной программы. Так, развитие горизонтальной кооперации, стимулирующей объединение самостоятельно занятого населения, кооперативы в 2017 году, сменилось на развитие так называемой вертикально-якорной интегрированной кооперации, которая предусматривает взаимодействие сельхозтоваропроизводителей уже с крупным мясо и мясоперерабатывающими предприятиями. В итоге получили то, что получили. Нынешним руководством Минсельхоза досталось удручающее наследство. Так, из 2848 созданных сельхозкооперативов 60% оказались фиктивными или, как можно сегодня говорить, фейковыми. Одним словом, как добрые советские времена сверху довели план по созданию сельхозкооперативов, а местные исполнительные органы на бумаге отчитались о его выполнении. В накладе остались опять только христиане и население. Таким образом, учитывая ситуацию с развитием кооперативного движения на селе, вызывает большое сомнение успешная реализация 60-61 шагов плана нации 100 шагов. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется депутату Абдрахманову. Сатбек Абдрахманович, прошу. Рахмет. Жаңа сұрақ қойсам ба деп едім, енді сол сұрақтың айналасында сөз сөйлеуге тура келеді. Әлгінде ғана біздің әріптесіміз Роман Өкенш Ким біздің еліміздегі азық-түлік жағдайының алаңдатарлық екендігін айтты. Бұл бері қойғандағы сөз шын мәнінде
хатты қабырға қайыстыратын жағдай. Фактының аты факты, бір кезде өзін толық және бір қатар республикалардың біраз өңірлерін кеңес армиясының ширек бөлігіне жуығын етпен қамтамасыз ететін Қазақстан қазір ет сатып алатын мемлекетке айналды. Бұл констатация үшін талай айтылып жүрген жағдай. Осы істе қазіргі таңда елдің азық-түлік қорын жасауда жеке сектордың үлесі тиімді пайдаланып отырған жоқ. Нақты айтқанда, кезіндегі жасалған шаруалардың барлығы жаман болмайтын, талай дүниесі жақсы болатын. Кешегі кеңестік кезеңде жеке сектордың малын сатып алу ісі ғылыми негізде кең көлемді жолға қойылған болатын. Қазіргі таңда ауылдағы азаматтардың мал өсіруге мотивациясы өте азайып кетті. Бірінші мотивация күнделікті ішіп жем, екінші мотивация тойға мал жинау, үшінші мотивация қонақ күту. Одан артылатын малдың ауыл адамына қажеті қаршамалы болып қалды. Өйткені ол малды нарықтық жүйеге түсіріп, одан ақшаға айналдыра алмайды. Аудан орталықтарының жанында тұрған адамдар болмаса, жаңа аудан орталығынан 100 километр, 150 километр тұратын ауылдар бар. Олардың кейбірінің ғана малды базарға әкеліп өткізуге мүмкіндігі бар. Ал ауылдық жерде қолдан таза мал күйінде алудың мүмкіндігі өте аз. Ал санитарлық нормаларға сәйкес, сойыс пункттерінің талаптарына сәйкес етіп, малды сойып ауыл адамдарының қаржы қолынан келмейді. Жаңа айтып отырған тәжірибе белгілі Загат Скотт. Ай сайын белгілі уақытта ауылға міндетті түрде биік қоршаулары бар, арнаулы таразысы бар, тиісті қызмет орындары келеді. Соған енді жылқы сыймағанмен тайынша өгіз барлығы сиятын. Сол жерге тірі малды қояды, сол жерде соларда ғылыми негізде терісінде сүйегінде қанша кетеді дегенді есептеп шығарады да қып-қызыл ақшаны қолына ұстатып кететін. Адам келесі келгенге дейін соған сататын малын ойлап жүретін. Сол артық малдың арқасында баласын оқытатын, тойын жасататын, үйін салатын, сөйтіп жүріп жататын. Қазір тағы да айтамыз, ішіп жемінен жиын тойдан басқаға мал жинаудың мотивациясы өте әлсіреп кетті. Сондықтан министрлік әрине ол кеңестік кезең дегені копировка жасау ешқандай мүмкіндігі жоқ. Халықтан мал өнімдерін жинап алудың, таза ет күйінде емес, мал күйінде жинап алудың механизмдерін әлі де ойластырса дейміз. Ол жерде үлкен ресурс жатыр. Рахмет. Спасибо, Садуэт Туркманович. Слово представляется депутату Султанову. Прошу, пожалуйста, Куныш Султанович. Рахмет, құрметті Владимир Карпович. Біз белгіленген жоспар бойынша өндіріс, өнім бүкіл барлықына біздің әріптестеріміз де шақырылған, мінберге шақырылған азаматтарда өнім туралы жақсы бірталай әңгіме айтылды. Сапархан Кесікбайұлы, сіз толық мағлұмат, көп мағлұмат бердіңіз, жақсы-жақсы материалдар бердіңіз. Соған ризашылығымды да айтқым келеді. Ал ең негізгі мәселе, өнім де керек, ет те керек, сүт те керек, мал да керек, бірақ соны кім жасайды? Адам жасайды емес пе? Ни слова о человеческом капитале на селе. Ауыл шаруашылық өндірісінде адамдардың жағдайы қалай? Адамдардың тұрақтануы қалай? Көптеген облыстарда 30%-ға дейінгі ауылдар жабылып, жойылып кетіп атыр. Осыдан бір 10 шақты жыл бұрын салған мектептеріміз, тағы басқа әлеуметтік нысандарға адам жоқ, қалып жатыр. Ол туралы бұқаралық ақпарат құралдары аз жазып жатқан жоқ. Ол материалдарда барлықтарыңызға белгілі.
солтүстік Қазақстан облысының бір өзінде 30%-ға жуық ауылдар тарап кетіп қалған. Не себепті? Жаңа ғана әріптесім Сауытбек айтқан мотивация деген шын мәнінде ол түбірікті түрде қаралу керек еді. Оған жағдай жоқ. Біз жаңа құрып жатқан кооперативтеріміз болсын, басқалар салалар болсын, солардың бәрі қандай есептен құрылып жатыр қазір. Оған кім мүдделі, кім жұмыс істей алады? Не себепті олар ауылдарын тастап кетіп атыр? Өйткені олар жұмыс істейтін жерлер басқа біреулердің қолында кеткен, латифундистердің қолында кеткен. Олар не мал бағатын жері жоқ, не егін егетін жері жоқ. Қашанғы олар сол жаңа қолындағы бір сиырына қарап отырады, міне осындай түбіректі мәселелер шешілген жоқ. Біз мына жарияладық, дипломмен ауылға деген ұран тастадық. Кім барып атыр? Екі мұғалім, үш дәрігер барады. Олар да уақытша ғана. Ал бұрынғыдай әлеуметтік сол жердегі адамдарменен қарым қатынас жасап тұратын атмосфера жоқ. Ауыл жоқ, ел жоқ. Елді ұйымдастыратын жер жоқ. Сондықтан осы мәселелерге қарамайынша осылардың барлығын түбіректі өзгертпейінше біз іштеңе шеше алмаймыз. Ол уақытша бүгін анау келеді, сауда жасап кетеді. Мына жерден кто-то перехватит у перекупщиков какое-то мясо, перепродаст. А мы все это в отчет загоняем. Ана шекаралық аудандарды қараңыздаршы. Осы Райымбек ауданы ашылып еді. Бір Райымбек ауданының өзіне бір жылдың ішінде 2000-нан астам адам барды сол жерге. Тура шекарада. Шығыс Қазақстан облысындағы аудандар Марқакөлден бастап Тарбағатай, Зайсан. Мына біздің әріптесіміз Сабильяновта ол мәселені бірнеше рет көтерген. Ол жерде тұрақтанып жатқан кім бар? Шекараны қайда тастаймыз? Кімге тастаймыз? Құрметті бауырлар, осы жерде мемлекеттік көзқарас болмайынша болмайды. Әлі күнге дейін ауыл шаруашылық мәселесі бізде салалық болып қаралады. Как будто только село рассматривается как отраслевое хозяйство, а это государственное. Аграрный вопрос – государственный комплекс. Это государственный фундамент. Если мы не наладим и дальше будем катиться, кто сейчас… Да, урбанизация, законы урбанизации, мы все это дело понимаем. Но мы же дальше слов ничего не делаем для закрепления людей, молодежи на селе. Работы не обеспечиваем, проблемными вопросами не занимаемся. И в конце концов мы выдумываем какие-то якорные термины государства. Вот здесь у нас есть якорь, он казах, якорьдың өзін қазақшаға зәкір деп аударыпты. Ой, ол зәкір емес, якорь, морской флоттағы якорь, который держит корабль этот. Соның төңірегінде жиналу керек. Вот у нас такие очень легковесные отношения, поэтому мы, конечно, встречаемся с такими проблемами, о которых сегодня все вопросы поднимаются. Негізінде жалпы осы, мына қабылданған біздің бүгінгі ұсыныстардың бәрлігін егер жүзеге асырылатын болсақ, осыларды алдымен адамдарменен, адамдарды тұрақтандыру мәселесімен, адамдық капиталды сол сапасын көтеру мәселесімен байланыстырып қана жасауымызға болады. Осында рекомендацияда да ескеру керек деп есептеймін. Рахмет. Гүлнар Султанович, спасибо большое. Слово представляется депутату Косареву. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Капрович. Сапархан Кесикбаевич, я к вам обратиться хочу. Вы не воспринимаете мое выступление как критическое, потому что мы, как и вы, тоже переживаем за село и переживаем в том плане, что надо рыночные подходы к селу решительно менять, потому что они дальше стране развиваться не дадут. Мы скоро станем зависимы от Запада даже в продовольственном отношении, имея такие богатые традиции и такие природные условия. В чем причина? Первая причина состоит в том, что рыночники Казахстана разорвали землю в клочки, раздали ее, отдали под зерно отдельно, а под животноводство отдельно. У подворий всего 1,5% земли, но они производят
80% животноводческой продукции. Об этом мы говорим уже с 2004 года. Мы предлагали, наша партия предлагала, давайте мы сделаем нормированное изъятие продовольствия с тысяч гектаров земли. Дай мясо, дай яйцо, дай хлеб, крупы и так далее. А тогда наработай. А у нас отдали землю, на этой земле зарабатывают триллионы тенге, отправляют их за кордон и живут довольные. И мы делаем вид, что так оно и должно быть. Нет, уважаемые товарищи, так оно не должно быть. Этот подход противоречит всем законам экономики. Смотрите, что делается в селе. Хозяйка или хозяин производит мясо и молоко. И я вам не делаю секрета, что им за их труд достается всего 15-20% от розничной цены. А что это, к чему это ведет? А у человека просто исчезает желание работать. И мы удивляемся, почему люди не такие, как раньше, не рвут из-под копыт, а потому что люди перестали уважать труд, потому что его перестали ценить власти. Власти должны были видеть это и знать, что это происходит у нас в стране, а не где-нибудь. Они получают гроши. Смотрите, что получается. 15% за молоко получает. Я здесь в Кастане встречал в одном хайвилле молоко стоимостью по 480 тенге литр молока. Стоит процент 2,5. И что? Кто положил в карман? Неужели правительству нет времени или не, у них нет способности разобраться, куда ушли деньги? Если производитель получает менее 30% себе в зарплату, он перестает думать о заработке. Это не я выдумал, это Маркс сказал. Этот лохматый мужик знал, что он говорит. И поэтому я думаю, что нельзя и выбрасывать теорию развития экономики на откуп паразитирующим перекупщикам. О паразитирующих перекупщиках мы тоже говорим уже 15-20 лет. Но этих людей даже учесть никто не пытается. Они просто так. И что? Мужик забил быка, перекупщик увез его. Мужику досталось 200 тысяч и перекупщику 200 тысяч. Но мужик этого быка кормил 2 года. Покупал сено. Покупал у олигарха сено по 25 тысяч тонна. Когда сено стоит в натуре не более 3,5-4 тысяч тенге. Кроме того, государство, видя, что подворье кормит страну, ничего не сделало для того, чтобы помочь этим людям. Дали им технику, хотя бы для домашнего производства, ничего не дали. А в давнее советское время в подворьях большое количество, как бы не 35-40% людей доили коров механически дома. Почему этого сейчас нет? Почему сегодня мы говорим, фермы крупные построим, потом будем с молоком? Пока эти фермы построим, нас уже не будет. Ни нас, ни вас. Надо сегодня жить благами природы и общества, а не фантазировать. Вот в доходах сельских тружеников пора разбираться. Я думаю, что правительство
на это отреагирует. Хочу отметить, что этими процессами надо рулить как следует. И рулить так, чтобы процесс этот не засыпал на ходу, не умирал, а воскресал и двигался. Смотрите, что делается с кадрами. Депутаты Абдрахманов и Султанов подняли этот вопрос. Кадры в селе сделали изгоями. Учатся они в слабых школах, учеников по 6-8 человек в классе. Детского сада там нет. Медпункт, кроме зеленки и бинта, там ничего не найдете. В больницу надо ехать, особенно зимой. Надо просить кировицу какого-нибудь руководителя крестьянского хозяйства. А это в таких условиях люди разве будут жить? Они уедут. Смотрите, государство сделало жест. Мы отправим молодежь на село за деньги, что с дипломом в село. А почему сельских пацанов не обучить в институте по грантам государства, и чтобы они вернулись домой? Это же гораздо проще. И это было. Это было многим в памяти известно, что сельская молодежь всегда получала места в институте и так далее. А у нас на сегодня... Смотрите, что делается. Сапархан Кесикбаевич, мы не так давно были с коллегой Сыздыковым в Астраханском колледже. 1300 человек учатся. А что у них есть для учебы? Трактор у них есть? Нету. Комбайн нет? Есть? Нету. Машина? Ничего нету. Шариковая ручка и доска классная. Это профанация. Вы не кадры готовите, а вы дурачите народ. Вы их позвали, чтобы одурачить, и чтобы выкинуть из училища, и чтобы они ничего не умели, как и прежде. Жилье. В селе надо благоустроить жилье, чтобы оно не отличалось от городского. Надо в село дать газ. Сейчас газ идет. Но как газ идет у нас в Астану, мы занимались недавно на круглом столе, так там половину надо разогнать. Тех, которые газом занимаются, они не знают и не умеют и не хотят этого делать. Я думаю, что в село надо дать дешевый газ, дотации от государства, дать электричество, дать все необходимые жизненные условия. А то у нас уголь в Астане 14 тысяч, а в селе 18 тысяч. И что? И никто из акимов, областей и районов затылок не почесал, как дать людям дешевое топливо. Овощи и картофель. Мы, смотрите, что. Я вам приведу пример. Теплица в Таразе, рама турецкая, стекло греческое, трубы польские, грунт из Ямайки, и она дает помидоры по 900 тенге килограмм круглый год. А люди в южном Таразе живут, не участвуют в производстве овощей совсем. Они что, прокаженные что ли? Надо им дать возможность работать. В каждом доме теплицу. Владислав Борисович, регламент 10 Спасибо, минут. Спасибо, что закашлял, да? Нет, регламент. Я извиняюсь. Боль души, не успокоишь регламентом. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы полностью исчерпали регламент на выступление. Значит, я думаю, что давайте будем закругляться. Значит, будем закругляться. Хотел бы обратить внимание, что сегодня, я думаю, состоялся горячий регламент. Я думаю, что сегодня состоялся заинтересованный горячее обсуждение. И, конечно, мы вскрыли и обратили внимание на те вопросы,
которые наиболее актуальны в решении самой главной задачи – это насыщение рынка труда, рынка продуктов отечественными товарами. Хотел бы обратить внимание, что у нас, в принципе, есть одна очень серьезная проблема. Это отсутствие развития, должного развития пищевой промышленности и переработки сельхозсырья, о котором мы говорили. Вот хочу обратить на один момент. У нас есть агентство по развитию ГЧП на развертывание строительства предприятий переработки сельхозпродукции. Там есть пункт 5 и в законе о ГЧП, и в самом положении. Но у нас строительство промышленных предприятий за счет принципа ГЧП, мягко выражаясь, не выполняется и практически ничего в этом направлении не делается. Значит, вот хотелось бы обратить внимание еще Министерству экономики, то есть Министерству торговли, чтобы не случилось, чтобы у нас торгово-распределительные центры стали складами для иностранной овощной продукции. Надо, чтобы, ну, будем надеяться, что не будет. Необходимо ужесточить функции и механизм работы СПК, сделать из них активного оператора по сближению нашего сельхозного производителя и покупателя при заготовке и поставке. Хочу сказать еще о одном очень важном вопросе. С учетом указания 6 ноября прошлого года премьер-министр Мамин дал команду пересмотреть к концу года программу «Аул Ельбисиги», о чем сейчас Куныш Султанович говорил и господин Косарев. Я хочу сказать, что сейчас, которые финансы выделяются на Улбельсики, они тратятся 51% на дороги, 33 соцобъекты, 14 ЖКХ. И я считаю, что в нее нужно целесообразно включать главное, что должно быть в этой программе, создание постоянных рабочих мест непосредственно в ауле, где он живет. И я полностью поддерживаю позицию, которую высказали, что у нас отдельные латифундисты отсеют, уберут, а потом их в селе никто не видит. И еще хотел бы обратить внимание. Думается, что идеология опорных сёр и якорных производств, о которых говорил Куаныш Султанович, она сама по себе несколько, наверное, не ущерба, а наносит вред. К чему она приведет? Она приведет к утрате значительных пахотных и пастбищных площадей, но самое опасное – к усилению депопулизации села. То есть как можно собрать со всех сторон вокруг районных центров? У меня спрашивается впечатление, что в Министерстве экономики немножко географию нашу забыли. У нас между селами 200, 300, 150, 50 километров. И как мы будем ездить к той земле, которая стоит вокруг этих сел? Я думаю, что здесь надо идеологию вообще аул Ельбисиги пересматривать. И, конечно, хотел бы сказать еще об одном вопросе. У нас вопрос о прослеживаемости движения продуктов, он давно уже стоит, и ЕАЭС принял решение еще в 2018 году, что ввести нужную прослеживаемость продукции. Но, понимаете, если у нас не будет прослеживающей продукции, нас же не пустят Россия уже к себе на рынок. Значит, мы это сейчас должны разворачиваться, у нас практически этого нет. И еще, я хотел бы обратить внимание, у всех, наверное, депутатов вызвало удивление жалоба Киргизии на Казахстан в ВТО, на что мы ужесточаем меры проверок на госгранице и по пути следования грузового транспорта. При этом в 2019 году органы госдоходов выявили более 2600 фактов ввоза товаров из Киргизии в адрес фиктивных резидентов Казахстана. И 4800 фактов, когда под видом транзита в Россию товары оседали в нашей стране. Но это все происходит без уплаты НДС. Наносится прямой экономический ущерб, и думается, необходимо нашим министерствам проводить настойчивую работу по склонению киргизских властей к наведению порядка на своей таможне и усилению требовательности. Хотел бы сказать, уважаемые товарищи, что надо и Минсельхозу, а скорее всего Мир торговли, разработать новую редакцию закона о регулировании торговой деятельности. У нас 51% торговли, по признанию самого министерства, находится в тени. 51% находится в тени. А это, понятно, налогов не получаем. Вы вот помните, был репортаж из Туркестана. Корреспондент ходил и выяснил, где можно рассчитаться в лавке овощной или в магазине с карточкой. Не нашел ни в одной.
не нашел ни в одной, чтобы карточка была, и чтобы в подавляющем большинстве, чтобы выдавали электронный чек. Но я думаю, кто это должен смотреть? Конечно, должны смотреть соответствующие местные органы и Министерство торговли рулить этой программой. Уважаемые коллеги, у вас на руках проект рекомендаций имеется. Значит, предлагаю взять их за основу. Значит, есть ли предложение, изменение, что-то добавление? Коллеги, если есть, мы отработаем все ваши выступления и соответствующие внесем. И хочу поблагодарить за подготовленную информацию. Значит, приглашенных товарищей спасибо, все свободны. Депутаты, господа, останьтесь, есть один вопрос.